Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. И сегодня у меня, девчонки, не новое видео. Это видео, вот я прям все кусочки, что касается вот этого вот кардигана, который мы вязали в прошлом году, и многие уже удачно связали и носят. Вот, я все куски собрала в одно видео, потому что под этими частями, как они у меня были выложены, это кусок видео с обзора, девчонки, поэтому не пугайтесь, тут мелькать может что угодно. Вот, под этими кусками видео, которые у нас были, я вязала и параллельно, и поставляла там кусочки, отдельные элементы. И очень много вопросов по поводу, а как найти ту часть, а как найти продолжение. И хотя все у меня в описании, все эти части есть, все равно есть эти вопросы бесконечно. И все, вот. Ну, в общем, вопросы. Вот. Поэтому у меня такое, вернее, я приняла такое решение собрать эти все части, потому что этот мастер-класс очень ценен. Вот, и очень много там информации, там японское плечо, карман, молния, вточной рукав, цельновязанный причем, вот, все это есть в этом видео от начала до конца, то есть все части собраны в кучку. Это для тех, кто начинает эту модель вязать, вот, то есть вы ее свяжете от начала и до конца. Ну, а далее само видео, которое я не изменяла. Я просто собрала все части в одну и вот так вот вам предоставила это видео. Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы начинаем наш совместник по вязанию кардигана мужского от Брунелло Кучинелли. Сегодня мы разберем начало, японское плечо. Оно там упрощенное, я под микроскопом рассмотрела. Это не классическое японское плечо. Японское, но оно упрощенное. Так что, девчонки, не боимся, вообще ничего не боимся. И вяжем. Я думаю, ну, конечно, совсем уж новички, конечно же, нет. Но такие уже, которые уже связали хотя бы пару вещей больших, ну, в смысле, свитеров, кардиганов, я думаю, вы справитесь. Вот, спицы 3 миллиметра, да, я беру, я уже говорила об этом в первом видео, я на него ссылочку оставлю. Девчонки, в начале, в самом начале хочу вас попросить быть активными, потому что от вашей активности зависит, как бы, следующие наши проекты. Будем ли мы повторять вот такой вот формат взаимодействия с вами, либо не будем. Я уже там следующую вещь наметила, которую бы мы могли связать с вами вместе, женскую. Вот. Ну, либо мужской второй кардиган свяжем. Тут не важно что, важен сам формат. Если вам понравится, делитесь, пожалуйста, видео, лайк, комментарий. В общем, будьте активными, пожалуйста. И поделитесь в группах по вязанию, чтобы побольше людей к нам подключилось. Ну, и в своих социальных сетях. Вот. А мое большое спасибо и моя работа для вас. Значит, девчонки, я повторюсь. Кто не заказал пряжу, просмотрите первое видео про пряжу. Вернее, кто не заказал, кто не видел видео, кто не знает, из чего вязать, посмотрите обязательно первое видео. Я под видео в описании выложу плейлист для мужчин. Все видео, которые относятся сюда, к этому видео, будут в этом плейлисте. И про пряжу, и начальное видео, и последующие. Все будет там, поэтому в одном месте вы все, что вас интересует, можете найти. Я буду вязать, значит, Ализе Ангора Голд серый мелан. Цвет называется 208, вернее, номер цвета 208. И Ализе Суперлан Атик цвет 142. Это мой выбор, потому что вяжу мужской кардиган на себя. Вот тоже все. У меня вязать некому, а связать мне интересно, поэтому я вяжу на себя. Если возникают по этому поводу вопросы, тоже в первом видео, почему я вяжу на себя. Вот, и вот такой вот, как бы,
По итогу у меня получается цвет вот с розоватым таким пастельным оттенком. Вот я совмещаю две нити, вот эти вот. Так, далее, что по образцу? Вот связала я образец. По сути, девчонки, не боимся, потому что даже если вы не попадете в эту мою плотность, ничего страшного, потому что все равно вы будете в процессе считать свой размер, считать, как бы, делать свои замеры, поэтому в любом случае в процессе это все будет подгоняться под ваш размер. Вами самими, я буду считать свой, вы будете считать свой, и все будет хорошо, не волнуйтесь. Я имею в виду, не волнуйтесь, если не попадаете в плотность. Спицами я вяжу 3 мм. И еще я подготовила, потому что нам нужно будет больше спиц. У меня, к сожалению, нет троечки еще одной. Ну, в общем, всю, вот у меня 2,5, я буду просто переснимать и оставлять, потому что мы будем вязать, вот интересно, сверху вот эту бесшовно, без швов будет, ну, единственное, там, возможно, будет один шовчик, но не факт. Вот, это уже на ваше усмотрение, там, как вам будет удобно. Это то, что сейчас у меня в голове сложилось. Вот. Поэтому нужно много спиц, хотя бы для переснимания, там будут некоторые секторы оставляться, как бы, и довязываться другие. Ну, в общем, все в процессе, девчонки, спиц больше, чем, ну, побольше, вот, пряжу я сказала, сколько уйдет, понятия не имею, это мы узнаем в конце, поэтому девчонкам и рекомендовала купить по упаковке, потом остатки используются этой пряжи. Пряжа бюджетная, ту, что я рекомендовала, вся пряжа бюджетная, поэтому все используется на шапки, носки и т.д. Итак, значит, что у меня еще? У меня мужской манекен китайского размера. Вот. Померила я ему плечи. И померила себе, и оказалось, мы с китайским мужчиной одинакового размера. Ну, я, может, на 2 сантиметрика поменьше. Вот, померила я плечи. Нам нужно вот эта мерка. Смотрите, на образце там не, как бы, окат рукава находится не в этом, в этой точке, где должен находиться, а рукав все равно чуть приспущенный. Вот рукав находится вот здесь вот, поэтому ширину мы меряем вот так вот. Нам нужна вот эта вот ширина. У моего манекена 47 сантиметров, а у меня 45. Вот такие вот циферки. То есть моя первая мерка 47, ширина плеча 47 сантиметров. Вот первым делом, что мы начинаем делать, нам нужно набрать петли вот для горловины вот здесь вот. Вот эту вот часть. Визуально я там посчитала, сколько в образце, в оригинале у нас петель. Я наберу, значит, так как у нас там будет еще обвязка всю и т.д. и т.п., вот эта часть. А, про плотность не сказала, подождите, про плотность. Значит, плотность вязания моего образца 21 петля в 10 сантиметрах. И 18 петель в 10 сантиметрах, это же, это до обработки, до стирки, а это после стирки. Значит, горловина у нас вот здесь вот должна быть чуть ниже, потому что здесь у нас будет обвязка. И я так прикинула, что где-то 18-20 сантиметров вот эта часть, наборный край, у нас должен быть 18-20 сантиметров. Вот в моем случае, вот в моем случае это 18 сантиметров, потому что у меня размер маленький. Вы же можете пару петель добавить, так как, ну, 2 петли, из расчета 2 петли в 1 сантиметре, если у вас мужчина большой. Если такой небольшой, то оставьте ту цифру, которую вяжу я. Либо вот ориентируйтесь на сантиметры, девчонки, вот в этом месте, в начале. Потом вы уже будете подгонять по модели, да, вот. Начальный вариант, это 18-20 сантиметров, мы от них пляшем. Далее у нас пойдет вот такая вот конструкция, то есть вот это плечо, это спинка будет.
вот это вот плечо, и здесь у нас будут добавления. Сейчас я все буду вязать, но самое основное, сейчас вы должны определиться с вот этой вот цифрой петель, которая у вас должна быть по итогу 18-20 сантиметров в исходном варианте. Это значит, что у меня это будет, если 20 сантиметров, это 36. А еще одна важный момент, число петель должно быть нечетным. Давайте я все буду вот так вот писать. Нечетное количество петель для начала. Так, это первая вещь. Значит, считаю я свои петли. Если, допустим, 18 петель, это 10 сантиметров, я уже после обработки считаю, то какое оно будет после стирки. Это 20 сантиметров, это 36 петель. И я убираю 2 сантиметра, это, 2 сантиметра, это 4 петли, 36 петель. 36 это 20 сантиметров, минус 4 петли, это, ну, примерно, да, 32 петли. И число петель должно быть нечетным. И я убираю. То есть здесь, девчонки, на ваше усмотрение, либо вы добавляете одну петлю, я убираю, минус 1 петля, и равно 31 петля для набора. То есть понятно, да, как я посчитала, по плотности вязания на 20 сантиметров отняла 2 сантиметра, это 36, это 20 сантиметров, отняла 2 сантиметра, чтобы получилось 18, которые нужно мне, и отняла еще одну петлю, потому что нужно нечетное количество петель. Здесь, как вы наберете петли, абсолютно все равно, любым удобным для вас способом. Я набираю на 2, девчонки, спицы, потому что вязка такая рыхлая, поэтому она должна тянуться. Значит, 2, 3, 4. Двадцать восемь, 29, 30, 31. Так, здесь я всегда делаю узелок, чтобы первая петля не расходилась. И теперь вяжем, девчонки, вяжем первый ряд резинка 1. У вас точно так же будет, если нечетное количество петель, не волнуйтесь, у вас все совпадет. Значит, начинаем мы с изнаночной петли, изнаночная, далее лицевая, и заканчиваем тоже изнаночную. Я же говорю, ничего не бойтесь, девчонки, потому что будет все подгоняться под ваш размер, потом уже на вашем мужчине вы это все будете мерить и как бы дополнять, ну, довязывать вот первую мерку по ходу, потом мерки будем снимать. Что очень удобно в этом способе, так это то, что это все вяжется сверху, и можно корректировать, да, снизу, мне кажется, намного сложнее потом откорректировать вверх и угадать с вот этой проймой, да, размещением рукава, плеча, это, по мне, так это сложнее, вот сверху намного проще. Вот последняя изнаночная и кромочная изнаночная. Так, теперь мне нужны маркеры, забыла вам сказать. Так, пока 2, на данном этапе 2. Что мы делаем? Со второго ряда мы уже вяжем узор. Каждый изнаночный ряд мы вяжем на петлю ниже, на ряд ниже, то есть это полупатентный узор. Вот лицевая петля вяжется на ряд ниже, то есть вяжется не классическая лицевая, а на ряд ниже. То есть дырочку под петлю я засовываю спицу и отсюда вытаскиваю петлю и снимаю. Вот эта петля, она так подраспустилась и все, приняла свою форму. Изнаночную провязываю обычным способом, лицевую под петлю. Так, и теперь я отделяю вот эти 4 петли. Далее вяжу по узору. Лицевой ряд у нас будет вязаться лицевыми, резинкой 1 на 1, а в изнаночном мы вот делаем такие вот
такой фокус, вяжем лицевую под ряд. И получается красивая полупатентная резинка. Я вяжу достаточно туго. Вы, если не хотите, не вяжите. Но вяжите своей плотностью, но подгоняйте вот этот, этот этап под сантиметр. А, кстати, не сказала 20 сантиметров. Если уж совсем большой мужчина, то можно и 22, и 24, да? Есть же огромные мужчины, поэтому, девчонки, это так, средний такой размер, не мега, ну, не бойтесь потом добавить, вы потом, если большой, не бойтесь набрать здесь 24, допустим, сантиметра, потому что потом это все можно подкорректировать высотой горловины всего лишь, это все потом устаканится. Лучше, я считаю, при вязании лучше больше, чем меньше, потому что потом пойдет уже. Так, здесь, девчонки, здесь тоже 4 петли я отделяю. И вот, конечно же, надо было мне сейчас прям начать добавление делать. Но давайте вот это начальные два ряда. И со следующего ряда мы делаем. Так, из третьего ряда я начинаю делать добавление. Вот эти вот 4 петли я провязываю без изменения. А вот отсюда я буду добавлять, вот она, из этой лицевой петли, под нее петля, я поднимаю и провязываю дополнительную петлю. Здесь эти петли мы будем ввязывать в узор. Так, здесь петля лицевая перед маркером. Мы тоже поднимаем петельку из ряда ниже, из этой петли. Можно ее вот так вот перекрутить, чтобы не образовывались дырки. И по узору у меня здесь изнаночная, то есть это следующая лицевая. Я ее провязываю лицевой. И, соответственно, вот эту вот тоже лицевой. Довязываю ряд до конца. Так, первый ряд. Второй ряд мы не добавляем, девчонки. Если в классическом японском плече у нас идут добавления в каждом ряду, то здесь нет, потому что эта вязка это не допускает. Я, кстати, уже распустила, видите, смотрите, я переснимаю, так что здесь в изнаночном ряду мы не добавляем петли, мы просто вяжем по узору, потому что я добавляла как и положено, оказывается, нет, у нас полупатентная резинка, которая растягивается в ширину и при этом стягивается в высоту. Поэтому здесь происходит несоответствие как бы классической формулы. Она не подходит для полупатентной резинки. Но, тем не менее, если классическая формула не подходит, тут есть возможность намного упростить это возможное японское плечо, и я об этом вам потом скажу, где именно. Вот, то есть изнаночный ряд мы вяжем просто по узору, а добавление делаем только в лицевом ряду. Еще раз покажу еще один ряд, я не помню, я показала вам там, что нужно перекрутить. Здесь вот лицевая, я поднимаю петлю на ряд ниже, одеваю, перекручивая. Здесь у меня по узору изнаночная, я вот так вот перекрученную провязываю изнаночной. Почему изнаночная? Потому что следующая из основного полотна у меня лицевая. Все добавленные петли мы ввязываем в узор, совмещаем с основным полотном, не с этой петлей, которая у нас возле маркера, из которой мы вытаскиваем, а именно с основным вязанием. Так, здесь у нас перед маркером петля. Вот это, смотрите, у нас лицевая. Я поднимаю на ряд ниже. Мне нужно провязать ее изнаночной. Так, я буду добавлять и вы, соответственно, в каждом лицевом ряду до того момента, пока у вас не будет вот это вот в сантиметрах, вот это вот число. В моем случае это 47 сантиметров. Я посчитала, приблизительно у меня около 80 петель должно
остаться, 81 где-то, если нечетная. Ну, я еще перемеряю в сантиметрах, потому что образец на маленьком образце – это одно. Ну, большая плотность уже в изделии – это совсем другое, потому что мы можем уйти как бы от плотности, начать вязать туже, слабее. То есть все потом мы будем как бы подгонять под сантиметры, уже не основываясь. Ну, в принципе, нужно нам будет потом плотность, но все-таки будем подгонять уже по силуэту, по модели. Поэтому рекомендую не вязать без модели. Вяжите мужу, сыну, вот постоянно на него прикладывайте и меряйте, девчонки. Так, я до меня дошло, что я, в принципе, вам не посчитала, как бы не показала, как посчитать. Плохо, что я снимаю на телефон, и мне придется вручную считать. Значит, есть у нас в ширину 18 петель на 10 сантиметров. И будем так считать, 18 петель, это 10 сантиметров. И нам нужно 47 сантиметров. Это по итогу. Сейчас у нас это будет меньше число x. Что мы делаем? 47 умножаем на 18. Умножаем эти два числа. 47 умножить на 8. В общем, 84 петли у нас должно получиться. Число x. x равно 84 петли. Это перепроверка, как бы сколько, потому что сейчас это будет не 47 сантиметров, это будет меньшее число. Значит, 84, и понятное дело, что плюс одна петля, потому что нечетное количество петель. То есть в моем случае должно получиться 85 петель. Вот здесь вот 85 петель. Это у нас получится после ВТО. И еще один нюанс, смотрите, девчонки, вот сейчас у меня 83 петли, и я теперь буду останавливаться. Почему? Потому что вот здесь вот, смотрите, нам же нужен узор, вот здесь вот у меня вот эта лицевая ведущая, потом изнаночная. Если я остановлюсь на 85 петель, то мне придется сделать еще одну петлю, добавить по одной, и получится две лицевые как бы рядом, что мне не нужно, мне же нужен узор, поэтому у меня здесь будет 83 петли. Вы уже сами решите, как вам, куда вам двигаться, либо если получится вот такая вот ситуация, как у меня, либо убирать, либо добавлять одну петлю. Я думаю, что как бы большой роли это не играет. Далее я вяжу ровное полотно сантиметров 10. Вот когда вот сейчас, ой, хотела вам показать и вяжу. Сейчас хотела измерить, сколько у меня сейчас в данный момент это все дело без ВТО. После ВТО должно быть 47 сантиметров. Я вот этот ряд провязала, просто хочу вам показать, сколько это сейчас у меня в необработанном виде. Кажется, что это мало, но на самом деле не мало, потому что вот здесь вот это все распрямится. Вот. И получится все очень красиво. Значит, должно у меня быть 47 сантиметров потом, после обработки. Так, на данном этапе у меня здесь это 42 сантиметра. Ну, а если вот так вот оно постирается, выровняется, то будут все свои 47 сантиметров. Вот, сейчас я вяжу ровно сантиметров 10, вот так вот, до проймы. Ну, это не до проймы классическим, то там еще будут добавления на пройму. Поэтому сейчас у меня ровный участок. Потом я измерю, сейчас я вяжу, буду определять визуально, потом вам скажу. Сейчас происходит, я провязала меньше, вот что там у меня вот это... Держатель с ума сходит. Так,
Я почему-то побоялась больше вязать, потому что у меня маленький размер. И, ну, в общем, сейчас все рассказываю, не переживайте. Это я ж все по ходу корректирую. Девчонки, на этом этапе, вот сейчас у меня все стянулось и получилось вообще 39 сантиметров. И мне кажется, что такое маленькое, но я же понимаю, что это будет вот так вот по итогу. Вот, я сейчас, конечно, вам рекомендую сейчас на этом этапе, чтобы потом не разочаровываться, постирать и перепроверить уже на постиранной вот в этом состоянии детали. Я же этого делать не буду, потому что мне нужно быстренько, и ждать времени у меня нет, пока это высохнет. Я уже сделаю переднюю деталь, довяжу до проймы, вот. А потом перепроверю. Ну, в общем, провязала я 8 сантиметров, а не 10. И сейчас я вот это все оставлю, девчонки. И начну вязать переднюю деталь. Вот почему я говорила, что нам нужно больше спиц. Вот моя задняя деталь. И я сейчас сниму спицы, одену заглушки. Вот. И буду вязать переднюю деталь. Кто еще не знает, спицы у меня с AliExpress. Ссылку оставлю под видео, если не забуду. Если забыла, напоминайте в комментариях, добавлю. Вот, потому что я бывает забываю под видео. Говорю о больше, как бы, ссылках. И потом забываю. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас буду вязать переднюю деталь. Сейчас мы пока ничего не считаем. Мы будем использовать метод научного тыка. То есть визуальный. Значит, что у меня обозначает вот этот маркер? Это я, в общем, начала переносить в компьютер и уже не снимала, потому что телефон был как бы этим задействован. Здесь это обозначение моего последнего добавления. Вот в этом ряду было последнее добавление. Точно то же самое в этом ряду. Значит, что я сейчас буду делать? Я беру, вот здесь я прям и нить рабочую все оставляю, потому что потом мы будем вязать поочередно обе стороны, поэтому ничего не обрезаем. Вообще ничего. Поэтому еще я рекомендую вам доставать нить вот изнутри клубка, чтобы потом удобно было вам вязать. Мне вот прям сейчас кажется оно таким маленьким. Но опять же, это ощущение обманчиво, потому что вязка такая себе. После обработки, вот смотрите, совсем другая, да? Объемная, такая рыхлая. Это совсем другой вид вот на образце. Поэтому я пытаюсь не расстраиваться. Хотя, знаете, как человек переживает, если вязать вот сверху, а потом-то перевязывать полностью надо. Почему я говорю, вы лучше постирайте на вот этом вот этапе и перепроверьте. Сейчас я вам скажу, что нужно перепроверить. Уже в готовом, как бы, ну, обработанном виде вот эту вот часть, вот эту вот. И 47 сантиметров и общую ширину. Вот эту часть вам не нужно ничего с ней измерять, оно там все автоматически устаканится. Вот, а я же доделаю, мне придется доделать и потом уже проверить. Значит, что я делаю? Я беру опять же вот эту вот нить, беру спицу, куда я ее дела, вот она. И теперь смотрите, мы будем набирать петли вот здесь вот, где последний ряд с добавлениями. Я отступаю, вот видите, оно у нас все равно идет закругление. Если вот так вот смотреть, то первая петля должна быть здесь, сюда. Значит, вот от последнего ряда я отступаю еще один и две кромочные, во вторую кромочную от маркера, за нею, вернее, я привязываю нить. И набираю петли из каждой кромочной. Сейчас я посчитаю, сколько у меня. 2. И вот этот вот маркер уже можно снять, уже он не нужен.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. У меня это 29 петель. У вас же будет ваше число, ваше, только ваше, и ничего более. Значит, я поворачиваю. Теперь важная информация. Вот первый ряд, он изнаночный получается. Если у вас четное количество петель, вы начинаете с изнаночной. Если у вас нечетное, как у меня, количество петель, то вы начинаете с лицевой. Для чего это нужно? И вяжем резинку 1 на 1. Для чего это нужно? Сейчас я вам все расскажу. Вы поймете. Так, что в конце у нас была лицевая обязательно в изнаночном ряду перед кромочной. А в лицевом ряду у нас обязательно должна быть изнаночная. Почему? Сейчас еще объясню. Значит, здесь вот у нас, смотрите. Мы, по сути, набрали петли вот здесь вот. Вот так вот мы будем вязать. Здесь у нас косое полотно. Оно, по сути, идет вот так вот в сторону. Но потом оно в процессе укладывается так, как нужно. Потому что плечо у нас пошло вот так вот. Линия плеча вот здесь вот находится. Вот, теперь сейчас я вяжу еще 2 ряда, и потом нам нужно делать сокращение, потому что в оригинальной модели, вот почему, потому что нам потом придется делать сокращение, а нам нужно после кромочной, вот здесь вот в лицевом ряду изнаночная. Вот еще лицевой ряд я вяжу, подряд мы вяжем в изнаночном ряду, так как у нас там был как бы первый ряд, то и подряд мы связать по сути не могли, поэтому мы вяжем 3-й ряд из 4, вернее 2-й, это 2-й ряд, да, с 3-го ряда мы начинаем этот полупатентный узор. Так, 3-й ряд я уже вяжу под петлю ниже. Так, и начиная с 4-го ряда, вот по лицу, мы будем делать со стороны пролина несколько убавлений. Оно, конечно же, возможно и уляжется и само по себе, но несколько я бы сделала, чтобы уравновесить это все, как бы, так, здесь у нас, так вот выглядит, да. Значит, теперь, вот смотрите, сейчас у нас 4-й ряд. Я после кромочной, у меня идет изнаночная петля, что я говорила, нужна она здесь. Мы ее со следующей петлей провязываем вместе изнаночной. И далее вяжем по узору. Так, изнаночный ряд, полупатентный, лицевая петля на ряд ниже. Это у нас лицевая. Здесь у нас в конце 2 лицевые. Здесь сейчас мы вяжем еще 2 ряда без изменений. Тут 2 изнаночные в начале. Это так надо. 2 ряда я вяжу еще. То есть это получится всего 3 ряда между вот этими сокращениями, и в 4-м ряду я буду делать опять же сокращение. Сокращение у нас будет всего 4, немного, просто мы этот уголок сравняем немножко, чтобы оно там нам не деформировало, не искажало. Всего 4 убавления. При очень больших размерах, то сделайте 6, девчонки, больше не надо. Почему нечетное? Потому что, понятное дело, резинка 1 на 1, и нам нужно вписать это все, эти сокращения в узор. Вот, поэтому вот так вот.
третий ряд. Так, и опять же в лицевом ряду через 3 ряда, в четвертом я делаю 2 петли вместе изнаночной, все время изнаночной. После кромочной старайтесь так, чтобы у вас не попадала лицевая петля, потому что некрасиво будет потом смотреться. Вот видите, здесь у меня изнаночная, у меня везде возле кромочной изнаночная петля, потому что потом удобнее присоединять, оно красивее, эстетичнее смотрится. В общем, вот так вот. Значит, я еще сделаю 2 сокращения. Вот. И далее мы с вами встретимся. То есть вот это было второе, и еще 2 я сделаю. Вот смотрите, у меня 4 петли сокращено. Видите? 1, 2, 3, 4. Вот. Вот так вот это выглядит. Потом оно у нас примет вот такую вот форму. И вот эта вот часть у нас продолжает линию, как бы вот эту вот линию. Вот для этого нужны были эти сокращения, иначе бы это пошло вот так вот слишком, как бы, в сторону. Вот. Когда оно обработается, вот так вот это будет выглядеть. Вот естественным образом. Теперь я вяжу сантиметров 5 ровно, немного, сантиметров 5, не более. Да, по сути, вот если смотреть на нашу схему, то здесь я вот так вот сократила, а дальше уже пошло у меня ровно. Что-то не знаю, как это нарисовать, но в общем, я думаю, вам понятно. Вот видите, вот по линии регла набраны петли и сокращенные вот здесь. Вот здесь ничего не меняется, здесь все ровненько. Оно вот что здесь хорошо, смотрите, нам не надо делать углубление на спинке, оно все ложится естественным образом. Вот так вот плечико ложится. И теперь я вяжу ровно. Еще вот сколько же я бы сказала, сколько мы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 рядов. Вот 20 рядов я еще провяжу. Итак, девчонки, провязала я еще 20 рядов в сантиметрах. Я вам сейчас скажу, сколько. Здесь я не знаю, есть, существуют ли какие-то формулы, но я же говорю, у меня формула в голове визуальная. У меня это 9 сантиметров. У вас может быть немножечко больше, в зависимости от размера. Значит, 4,5 у меня была вот эта вот часть, и 4,5 вот эта часть. Теперь смотрите, как перепроверить вот визуально, как бы эта модель. Вот видите, немножечко это все уходит на спинку. Вот так вот это, видите, будет складываться. Вот. А вот эта часть уходит на спинку, на этот вырез спинки. Видите, у нас все совпадает, как бы, складом. Вот вы и смотрите. Смотрите, чтобы вот эта вот часть, видите, которая, вы складываете плечико, сзади оно выглядит вот так вот. То есть больше уходит туда. Ну, то есть сложилось классическое плечо со скосом. То есть сейчас вы просто визуально смотрите. И вот отверху это есть та часть, которая будет в классическом вырезе, если делать вырез горловины, да, у вас здесь идут убавления, а здесь вот ровная часть. И вот эта ровная часть, она приблизительно должна соответствовать той ровной части, которую вы вяжете вот в классическом вырезе. Вот. Сейчас я измерю, сколько это. Это может быть и 10 сантиметров, и 8, и 5. Вот, в моем случае это 6,5 сантиметра. Далее у меня пойдет добавление, пойдут вот так вот. И вот будет весь вырез. А весь вырез у нас, весь вырез у меня будет где-то сантиметров 12. Я не хочу, чтобы оно сильно под горло было. Хочу, чтобы возле горла была свобода. Вот весь вырез я его меряю отсюда, от плеча. Будет 12 сантиметров, потом она еще подтянется. То есть если смотреть от выреза,
даже 7, 12 минус 7, 5 сантиметров, ну, что вполне себе логично у меня уйдет на вот этот вот скос, округление выреза. Вот, то есть, если отталкиваться от выреза, у меня вырез глубина 12 сантиметров, предполагается, и 5 сантиметров мы отнимаем на вот этот вот скос, глубина выреза 12 сантиметров, минус 5 сантиметров, вот этот скос, по которому пойдут добавления, то ровно нам нужно, чтобы у нас было 7 сантиметров, равно 7 сантиметров, что у меня и есть здесь, вот, если разложить это все. У меня здесь 7 сантиметров. И что я сейчас делаю? У вас же свое число. Вот, допустим, вы хотите вырез горловины 16 сантиметров, да, если мужской джемпер, то понятное дело, что там нужно больше. На скос у вас уйдет 5, то 11 вам нужно вязать ровно, либо петли скоса распределить. Хотя, я думаю, достаточно и так. Так, петли скоса, девчонки. Опять я беру маркер. Я думаю, вот эта часть у вас будет непонятно, вот сколько здесь вязать. Ну, ничего, вы, в общем, спрашивайте, девчонки, что не так спрашивайте. Так, значит, здесь у нас сокращение. Добавление. Мы же здесь добавляем, что я делаю. Значит, добавляем по той же схеме, как и здесь. В каждом лицевом ряду по одной петле. У нас пойдет вот так вот закругление. Все то же самое с добавлением, как и в нашем реглане. Мы не будем ничего как бы выдумывать нового. Мы все сделаем точно так же. Чтобы оно у нас все перекликалось. Сейчас мы будем добавлять и вязать до того момента, пока мы не достигнем нужной нам глубины выреза. Учитываем, понятное дело, что еще ВТО, но учитываем и то, что будет еще обвязка. Вот из лицевой я теперь делаю изнаночную. И так добавляю в каждом лицевом ряду по одной петле. Продолжаю вязать. Так, девчонки, смотрите, я добавила 10 петель. Это у меня вот выглядит вот таким вот образом. Сейчас проверяем, сколько. Вот смотрите, ровно 12 сантиметров. Да, и теперь, девчоночки, теперь, если посчитать, вот считаем теперь, значит, у меня здесь было 83 петли. Половина от этого, если считать полочку, то это 41,5, да, ну, 41,5 нам не подходит. Подходит либо 41, либо 43 округлим, потому что у нас там разрез, да, 2 кромочные добавляется. Значит, половина от 83 в моем случае будет не 41,5, а 43. Потом, почему 43, а не 42? Потому что нам, опять же, нам нужно нечетное число. Значит, полочка у нас 43 сантиметра, 43 петли, ровно половина отсюда, плюс закругление, округление и плюс нечетное число. Значит, что это значит? Что сама полочка у меня должна быть 43 петли. У меня здесь 36. После всех добавлений, убавлений, вот если брать
полочку, которую я набрала, 29 петель изначально у меня было, 29, потом 4 я убрала, минус 4 на скос. Здесь у меня все идет ровно, ровно. Далее пошел скос, плюс 10, после минус 4 у меня было 25, а не, у меня здесь 35, почему я решила, 36 петель и плюс 10, сейчас проверим, 35 петель, а должно быть 43, значит, вот сюда мне нужно добавить до, плюс 8 петель до 43, значит, сейчас у меня должно быть после 10 добавлений 35 петель. Вот я считака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35 петель. Вот видите, все-таки все правильно. Оно само по себе, хоть я посчитала неправильно, оно само по себе все вышло на нужное число. Значит, я добавляю вот здесь вот 8 петель. То есть, я думаю, вы поняли, да? Делите вот все петли спинки, сколько у вас здесь, пополам. Далее округляете, добавляете, не убавляете. Добавляете петли, чтобы было там одну. Ну, сначала округляете. У меня это было 41,5. Я округлила до 42. И добавила одну петлю для того, чтобы было нечетное число. Возможно, вам не придется, придется добавлять, потому что везде у нас фигурирует нечетное число. Поэтому вот так вот, девчонки. Сейчас я добавлю 8 петель. Закончу вырез горловины. Здесь уже, видите, здесь... Обязательно, если добавляете, то тоже округляйте так, чтобы у вас совпал узор, да, не 11, здесь должно быть четное, чтобы в резинку нам вписаться. И довязываю до конца ряда, и здесь вот добавляю 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И здесь вот смотрите, здесь тоже нужно, значит, вот это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая первая петля у нас. Хотя это и так понятно, потому что нечетное количество петель, что я считаю, не понятно. Не, хотя, может, и... Да нет, все-таки в любом случае лицевая, раз нечетное количество, и начало у нас с изнаночной. Ну, в лице, а здесь, значит, достаточно посмотреть вот здесь, вот лицевая, значит, первая лицевая, потому что нечетное количество петель, возможно, потом во второй половине, ну, полочки, это будет наоборот. Так, это у нас изнаночная, лицевая, все, мы вписались, теперь продолжаем вязать ровно. Сколько же мы вяжем? Сейчас мы посчитаем, нам сколько нам нужно добавить в пройму петель. Сейчас я этот ряд завяжу до конца. Так, что у нас здесь получается? Вот, если сложить вот эту деталь, но потом еще, видите, до как бы до проймы у меня еще где-то 5 сантиметров. Так, а теперь давайте посчитаем спинку. Сколько теперь, следующая мерка, девчонки, ширина изделия вот самого, которое вы хотите. Это у нас была ширина плеча, а теперь ширина изделия. Вот я хочу не очень широко, а где-то окружность бедер у меня 100 и 10 сантиметров. Вот в бедрах я хочу где-то 55 сантиметров, потому что это под куртку. Куртка у меня джинсовая, небольшая, поэтому мне такой вот мега оверсайз не нужен. Если вам нужен мега оверсайз, то тогда вы
Считаете свое число. Значит, если считать 55 сантиметров, то в петлях у нас, если брать мою ширину 55 сантиметров, нам нужно сейчас посчитать петли. Значит, опять же, та же самая формула. 18 петель это 10 сантиметров. Нам нужно 55 сантиметров. И у нас есть число x. Значит, 18 мы умножаем на 55. 18 умножить на 55. 5, 8, 40. 5, 9. 9, 0. 990. И делим на 10. Значит, 99 петель у нас должно быть по итогу. Вот здесь, вот после проймы. Это касается и передней детали, и задней детали. Но мы будем основываться на заднюю деталь. Значит, здесь у меня 83. Вот они, 83. А здесь у меня должно получиться 90. Думаю, что-то непонятное число у меня, да? Я же смотрю, думаю, не могу понять, 97 петель, которые мне добавить. Это же 99 здесь петель. От них мы отнимаем 83. И у нас получается... 16 петель. 16 петель мне нужно добавить, которые я делю на 2. Потому что добавлять я буду с обеих сторон. И у меня равно 8 петель, которые я добавлю за 16 рядов. То есть это 8 раз добавлений вот здесь вот. Это 16 рядов. Потому что мы добавляем в каждом лицевом. Добавления будут вот такого плана. Так что все у нас на протяжении всего кардигана у нас одни и те же добавления идут. Убавления у нас практически не будет, потому что мы вяжем сверху, все у нас добавляется. Значит, 16 рядов мне нужно как бы на вот эту пройму. 16 рядов это у меня 36 минус 16, это у меня где-то 4,5 сантиметра, девчонки, если брать вот эту таблицу. Давайте посчитаем. 36 рядов это 10 сантиметров. 16 рядов это x сантиметров. Значит, 16 умножаем на 10. 16 умножить на 10 это 160 и разделить на 36. 160 разделить на 36. Это будет 4. Я же говорю, 4,5 сантиметра. 6 4, 24. 3 на 4, 12, 14. И здесь 20, 200. 4,5 сантиметра. Вот. Та же формула действует у нас и в высоту. Значит, теперь, то есть, вот эта часть у меня, линия добавления, у вас там может быть не 8 петель, а может быть 15 петель, поэтому у вас вот эта линия будет выше, она не будет 4,5. Поэтому в первую очередь вычисляете вот эту вот часть. Далее, одеваете на манекен, вычисляете глубину проймы. Не на манекен, а на модель. И вы точно уже будете знать точку проймы. То есть до проймы, если у меня пройма 20 сантиметров, да, вот, общая пройма от верха и... Не-не-не, Вика, нет, подождите, не так. Значит... У нас получается, что вот эта деталь, вот такая вот, она уходит туда, да, а здесь скос. Правильно рисую. Вот скос. От скоса 20 сантиметров у нас, это у меня,
В мужском же варианте это где-то 25 сантиметров. Я себе беру здесь 20. Так, и от 20 вот эти, то есть пройма у меня вот вся в целом будет 20 сантиметров. Сейчас у меня 14 вот здесь вот связано. А мне нужно 20 минус 4,5, которое у меня уйдет на 8 добавлений, равно 15,5. То есть сейчас мне ровно нужно, чтобы в этом положении, вот сейчас вот нужно булавочкой скрепить вот здесь, вот, чтобы вы знали, вернее, даже не булавочкой, померить на модель и на, обозначить линию плеча. Вот так вот ее зафиксировать. И вот от этой точки вниз у меня должно быть 15,5. 15 нарисовала. Да что ж такое, я когда говорю такое, то ли пишу не то, если пишу, либо говорю не то, либо пишу не то. Какое-то у меня несоответствие мозга. В общем, понятно. Значит, 4 из общей цифры проймы я отняла 4,5, которая пойдет на добавление. И сейчас мне нужно, чтобы у меня вот от этой точки до низу было 15,5 сантиметров. Это значит, что я ровно довязываю переднюю деталь и потом еще довяжу заднюю деталь немножко. Девчонки, вы знаете, что-то я запуталась. Вернее, не запуталась, я хорошо, что я вовремя вспомнила. Значит, девчоночки, я-то считаю по этой плотности, а у нас их две. Значит, 20 сантиметров. Это уже после обработки у меня будет. То есть мне нужно учитывать, и вам, понятное дело, нужно учитывать вот эту разницу между высотой. Смотрите, здесь у меня 36 рядов, а в необработанном образце 46 рядов. Если вы уже эту спиночку постирали, вам еще проще, вы уже знаете реальную свою плотность. То есть вот от этого, от этой высоты, от этой точки, вы можете посчитать количество рядов, сколько у вас будет до проймы по вот этой вот плотности. То есть мы сейчас ориентируемся не на сантиметры, а на ряды. Значит, у нас 36 рядов в 10 сантиметрах, в 20 сантиметрах у меня 72 ряда. 72 ряда. Из них мы отнимаем, сколько я посчитала рядов здесь у нас? 16. Вот, все даже проще. 16 рядов у меня уходит на добавление. Значит, здесь у меня 6. 56 рядов у меня будет до проймы. Отсюда. От вот этой точки, которую я считаю сгибом. Значит, если считать по кромочным, то это... Считаем 28 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Шикарно. Теперь мы добавляем пройму. То же самое пляшем от края. 4 петли. 1, 2, 3, 4. Цепляем маркер. Помним, да, наше число, которое нам нужно добавить. Мне нужно добавить 8 петель. И из вот этой вот лицевой ведущей все точно так же, как и делали, добавляем дополнительную петлю. И вяжу теперь дальше, здесь добавляя дополнительные петли. Девчонки, если вдруг что-то непонятно, все пишем, спрашиваем, я повторюсь, что в состоянии как бы описать, если получится описать в комментарии, я буду отвечать в комментариях, буду проверять каждый день под видео, потому что обычно я вижу только первые дни, ну, первый день публикации видео, а там, где какие дискуссии, я этого не вижу. Здесь же я буду проверять каждый день до выхода следующего видео. Вот. И буду отвечать либо в комментариях, либо следите, будут короткие видео. Либо одно общее будет для всех вопросов, либо короткие по каждому вопросу, либо
ответ под видео, ну, в комментариях. Итак, смотрите, вот у меня добавлено 8 петель. И переднюю деталь я заканчиваю. Сейчас все вам покажу. Я здесь обрезаю ниточку, потому что мне нужно будет вязать вторую полочку, да? Пока оставляю. Теперь что я буду делать? Я теперь закончу спинку. Кстати, вот начало, оно сейчас подскочило, и кажется, что все так, как нужно, потому что вот у меня начало добавления, и вот у меня закончена спинка. То есть я сейчас на спинке продублирую все точно так же. Сейчас спицы подену туда. То есть там у меня, по сути, вот если смотреть на вот эту вот деталь, то у меня там сейчас я нахожусь перед тем, как делать добавление. Добавление буду делать точно так же, как и на передние детали, но вам сейчас скажу одну вещь. Вы можете, если у вас, у меня там маленький размер, не разделяться негде. Если у вас больше размер, вы можете добавление начать пораньше. И делать их не в каждом, ну, не через ряд, а делать, допустим, если их всего там, допустим, 12, 4 добавления делать через 3 ряда в четвертом, и 8 через ряд во втором. Что это значит, сейчас я вам расскажу. У вас будет более плавный переход, что, по моему мнению, там не очень-то хорошо видно, так бы есть на оригинале. Вот здесь у нас такой резкий, как бы резкая, что хорошо для передней детали. Для задней же детали, вот она у нас задняя деталь, что-то она у меня какая-то, так, если это больше пройма, то можно начать вот здесь вот где-то, и в каждом четвертом у нас пойдет плавно, вот так вот, вот таким вот образом, более плавно, 4 раза в каждом четвертом, и потом завершить в каждом втором, вот так вот. Ну, это уже на ваше усмотрение. Я же говорю, мне уже как бы негде разгуляться, вот, поэтому я делаю так. Я не хочу просто широкий рукав, потому что кофту я-то хочу в куртку одевать, вот, поэтому оверсайз я не хочу, хочу свободную, но не оверсайз. И вот сейчас я делаю спиночку, довязываю. То есть сейчас начинаю делать добавление с обеих сторон. То есть, опять же, это у меня изнаночный ряд. Сейчас в лицевом ряду два маркера. И все точно так же я буду добавлять. Вы же смотрите, девчонки. Я, конечно же, сейчас постараюсь до вечера довязать. Сегодня суббота, девчонки, ну, уже вечер, уже 6 вечера, я имею в виду до того, как я отойду ко сну, довязать и намочить, чтобы в воскресенье это все утром доснять, уже проверить как бы размеры, ночью оно чуть подсохнет, я проверю размеры, и что еще я сделаю, и покажу вам. То есть сработало или не сработало. Но если не сработало, то видео вы, по сути, в принципе, так и не увидите. Должно сработать. Что-то мне страшновато, конечно. Умом я понимаю, что все правильно. Возможно, неправильно не по технологии, не по книгам. Я больше, я же говорю, я вижу больше интуитивно. Вот как есть интуитивное питание, так у меня интуитивное вязание. Я рассказывала, что я шью, и поэтому у меня есть это видение как бы самой детали кроя, где она должна уменьшаться, увеличиваться. Вот, поэтому у меня получается в основном, в большинстве случаев угадать. Но если не угадала, то значит вы не увидели. Так-с. Сейчас мы в этом видео довяжем до конца вот уже пройму, прям в следующем видео у нас будет рукав. И, девчонки, рукав, конечно же, там в оригинале, смотрю, он цельновязанный, как мне кажется,
частично, либо весь цельновязанный. Но мы не будем, мы разберем вот так вот подетально. А если мы благополучно свяжем эту модель, то вторую мы свяжем именно с цельновязанным рукавом. Ну, это зависит от вас, от активности. Итак, 4 петли отделяем. Все то же самое. И от лицевой добавляю петли. Тоже 8 петель. Еще, девчонки, смотрите, подрез. У нас же еще должен быть подрез, потому что я уверена, что мне об нем скажут. Но это, кстати, подрез добавить, его высчитать очень просто. Просто от ширины, так как я считала, сколько петель добавить, вы сначала отнимаете петли подреза, которые вы потом добавите, и потом уже из оставшихся петель вы высчитываете как бы добавление, сколько вам нужно добавить по бокам для проймы. Вот, а подрез потом в самом конце. Я же говорю, я их не люблю, не нравятся мне вещи. Ой, куда я дошла, смотрите. Так, 4 петли, здесь пятая. Из нее добавляю, цепляю маркер, и так 8 раз, еще 7 довязываю. И провязала я, вот видите, вот эту кромочку добавила петли, эта деталька у меня связана, часть вот это, и я начала вязать эту часть, эту полочку. И что у меня здесь? У меня здесь, смотрите, все точно так же, как здесь. Я набрала 29 петель и теперь сокращаю. Вот еще осталось сократить еще одну петельку. Ну, то есть полностью дублирую. Ну, только в зеркальном отображении. Вот, видите? Так вот будет понятнее. Если сложить к себе, то вот я здесь сокращение. Потом у меня 20 рядов ровно. Вы когда будете вязать вот эту деталь, вы себе пометки делаете, по сколько рядов, через сколько рядов делать вот эти добавления, это все. То есть конспектируйте свои ряды, и вам будет проще. Я вот помню, что у меня этот уголочек, потом 20 рядов, потом 20 рядов с добавлением, и потом я добавляю вот эту вот, этот хвостик. А потом я вяжу от сгиба 56 рядов и начинаю делать добавления. Вот и вы себе все пометки делайте вот этой вот детали. Вот. А сейчас я, кстати, хочу померить вот эту вот пройму. И сейчас уже знаете, сколько времени? 9:30 вечера. Так, пройма у нас, ну вот, 16,5 сантиметра. И после стирочки я вам скажу, сколько она будет. То есть есть запас, понятное дело, что потянется. И в ширину потянется. Я уже вижу, что все нормально с шириной. Потому что что-то у меня немножечко мандражик был. В общем, я сегодня еще до ночи продублирую вот эту вот часть. И постираю, девчонки, мне не терпится постирать, разложить и уже прикинуть на себя. И понять, здесь я там или я не там. То есть справлюсь. Все правильно с расчетами или неправильно. Вот. Но я уже так визуально вижу, что там. Что я там, где я хотела быть. Вот. В общем, вяжу вот эту вот часть. И потом, в любом случае, в начале видео, вы в видео уже увидите как бы постиранную деталь, потому что если я этого вам сейчас в этом видео не покажу, то будет страшно и вам. А для того, чтобы вам страшно не было, я уже ее покажу обработанную, вот эту вот частичку. Так, вот, девчонки, я обработала. Значит,
Единственное, что, ну, я так предполагаю, еще оно выровняется, все-таки будет так, как положено. У меня здесь не 47, а 45 сантиметров по плечу получилось. Померила на себя, вот видите, игра плотности вязания на маленьком образце и на большом изделии. Вот, поэтому вот внимательно с этим, девчонки. Ну, понятное дело, 1 сантиметр, он, если вот, допустим, он даже и вытянется потом по плечу, это ж понятное дело. Ну, вот так вот. Вот что есть, то есть. Хочу вам об этом сказать, чтобы вы знали. Понятно, вот здесь вот, где в полотне, это, ну, 46-45. Ну, видите, расхождение 1-2 сантиметра у меня. Что мне не нравится, конечно, но исходя из того, что я мерила манекен, а вяжу на себя, а я чуть меньше, то вот так вот. В общем, учитывая, здесь 55, как и хотела, вот по ширине изделия. Здесь все нормально. А вот здесь вот что-то не хватает. Как бы. Хотя, если вот так вот брать плечо, как бы по плечу, по скосу измерять, то 46. Ну да ладно, этот сантиметр я вяжу на себя. Девчонки, вы осторожно, очень осторожно. Тут, конечно же, такой момент, да, ну, я думаю, в вязаном изделии 1-2 сантиметра прям уж такой роли небольшой не играют. Что у меня по глубине проймы? 20 сантиметров, так как я и говорила, тут у нас все совпало. Единственное, не совпало по ширине. Не могу понять, почему. Ну, тут, если вот смотреть вот на вот эту часть, по которой я как бы мерялась, то здесь, да, здесь вот после всех обработок будет 47, после всех выравниваний. А вот здесь вот нету 47, 2 сантиметра не хватает. Скорее всего, что вот это так. Покажу вам сзади, как это выглядит. Вот оно. Все красиво. Наше японское плечо получилось красивым. Тут я спокойна, здесь мне все нравится. Вот. И, девчонки, кто опытный, пишите свои соображения, я все буду читать, потому что я сама учусь вместе с вами. Я же говорю, все у меня получилось хорошо, всем я довольна, кроме вот этой вот ширины. Сейчас покажу вам еще на манекене мужском. Так, смотрите, ну здесь вот вроде бы как все и на месте, да, вот не чувствуется те 2 сантиметра. Бы еще привяжется рукава, но, понятное дело, потянет, и вроде бы как все и хорошо. Так, и сзади все хорошо, все мне нравится, и нравится, как сидит это японское плечо, да, все на месте, все мне нравится, она мне примерила, тоже все нравится. Единственное, что тут на мужском манекене тройма, как бы не совсем на месте. Ну, видите, как бы кажется, что ее мало. Возможно, я добавлю еще подрез. Хотя по ширине мне все нравится вот здесь. Вот. А, наверное, надо было глубже пробовать. Девчоночки, еще вопрос к вам, к опытным. По какой есть таблица какая-то, либо формула по вычислению вот этой глубины проймы? Как вы это? Я вот кроме как мерить на себя не знаю ничего. Просто знаю, что моя приблизительно такая. Ну, мужская 25-27 даже, я бы сказала. И то 25. Смотря какой мужчина. Ну, в общем, напишите. Я думаю, эта информация будет полезна. Кто знает, или кто, у кого есть свои как бы наработки, как вычислить глубину проймы, пишите, пожалуйста, мы все будем использовать. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. До следующего воскресенья. Я буду по воскресеньям выкладывать. Все-таки, девчонки, не все опытные. Некоторым надо не спешить, а если будут видеть много видео, будут нервничать, что не успевают. Я думаю, раз в неделю самое то, не спеша. Вы уж простите те, которые быстро вяжут. Ну, я буду параллельно вязать несколько проектов, чтобы девчонки не нервничали. Ну, основная масса комментариев за раз в неделю, поэтому и буду. Сегодня воскресенье. Ну, в крайнем случае, может быть, сегодня понедельник. Не знаю, как у меня получится смонтировать видео. Вот. Следующее воскресенье. Единственное, что напишите, возможно, одно видео следующее я выложу в субботу утром, чтобы у вас были выходные, как бы, на вот это вот
обдумывание всего вот этого процесса, да, ну вот его ж надо уложить в голове, во всяком случае у меня так происходит. Поэтому напишите, если в субботу вам, чтобы в выходные вы над этим работали, либо достаточно вот так вот через неделю в воскресенье вечером. Ну, в общем, я приспособлюсь. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Так, девчонки, ответы на вопросы буду выкладывать вот в таком вот формате короткого видео. Здесь не ответ сейчас первое, не ответ на вопрос, а скорее всего дополнение. Дополнение к вот этому вот скосу. Если вы посмотрели видео, там вот на мой взгляд, не хватает там этого сантиметра по бокам. Вот постоянно мне его не хватает. И подписчица одна мне подтвердила мои догадки, что не нужно было вот сокращать вот эти вот 4 петли. Хотя в японском плече они должны здесь сокращаться, эти петли. Поэтому, девчонки, было у меня такое предположение, но я почему-то его вот не могу понять, если не сокращать, будет, ну, в принципе... Если не сокращать, то будет как-то вот так. Наверное, девчонки, наверное, все-таки я склоняюсь к тому, я уже перевязывать не буду, конечно же. Но попробуйте, кто еще это место. Ну, а так мне покажется, оно сидит как положено. Ну, в общем, попробовать бы, может, кто решится не сокращать вот эти 4 петли. Пожалуйста, отпишитесь, если сможете, пришлите мне фото изделия как бы без сокращения. Потому что в оригинале нет этих сокращений. Ну, по закону в японском плече они должны быть. И вот я думала, сначала я не собиралась их делать, как в оригинале. Потом мне показалось, что будет плохо сидеть, я их сделала. Ну и все равно же по итогу не хватает здесь сантиметра, понимаете, в чем дело. Вот не знаю, девчонки, может кто решится попробовать не сокращать вот эти 4 петли. Я думаю, кто смотрел видео, кто вяжет, уже в курсе, о чем я говорю. Вот, вы, пожалуйста, мне отпишитесь, дайте мне знать, вот что вы по этому поводу думаете. Так, девчонки, и вопрос о том, где я мерила, как я мерила ширину плеча. Вот если вот так вот я мерила, видите, там и на, как бы на височнике, как бы в оригинале, там плечико находится чуть ниже вот линии, вот этой вот линии, где присоединяется плечо. А вот так вот, если по... То есть я смотрела по тому, как у них это все сделано. То есть как выглядит в оригинале. То есть в принципе это рукав должен быть здесь, но у них он чуть приспущен, где-то на 3 сантиметра, 3-4 сантиметра. Поэтому я тоже мерила вот чуть ниже. Чем вот эта точка крепления рукава классического. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас вторая часть совместника, девчонки. Сегодня свяжем рукава. Хочу всех поздравить, все большие умнички, все вяжут, вопросов возникает очень мало. И все вроде бы у нас получается, девчонки. Поэтому попрошу вас еще раз поставить лайк, репост этому видео. Пусть другие девчоночки вяжут вместе с нами. Либо после того, как мы свяжем. Вот, поэтому распространяйте это видео, и моя вам за это благодарность. Итак, у нас рукава. Еще хочу попросить вас подписаться на Инстаграм, потому что там проще всего как бы вести диалог, потому что там можно фотографии прислать, видео короткие послать, не то что в Ютубе. В Ютубе вот кроме словесного какого-то, а мне не хочется короткие видео выкладывать. Ну, в общем, в Инстаграме проще общение, как по, на мой взгляд. Вот, если какой-то быстрый совет нужен по поводу совместника. Вот, ну, а мы начинаем. В конце покажу вам, как выглядят эти рукава. Точной рукав, по моей версии. Я, в общем, я
связала. Вот, я связала, чтобы перепроверить. Думаю, не буду же я девчонкам показывать не пойми что непроверенное. И все прекрасно ложится, садится. Смотрите, какой окат прекрасный получается. При этом максимально простой способ. Я ему не верила, еще раз говорю. Я думаю, ну как же его рассчитать так, чтобы сделать эту систему расчетов, чтобы тут же нужно учитывать и вот эту вот полупатентную резинку, и посадку, и в общем, и все, и подрез, и все. Ну, в общем, сам по себе определился вот такой вот прекрасный, простейший способ. Вот увидите сейчас. Я с вами буду это все пройду на втором рукаве по новой, и все, вы поймете, что на самом деле это все максимально просто, неожиданно при том просто. И я думаю, адаптация для пройдет для всех размеров идеально, потому что здесь, опять же, попадание в эту как бы особенность, вернее, особенную плотность полупатентной резинки идеальной, вот само по себе так получилось, вот правда, само по себе. Я думаю, дай-ка я попробую вот так вот. Вот, попробовала, получилось, все. Поэтому рассказываю вам. Итак, девчонки, что мы делаем? Я измерила рукав, вот вместе стыка. Здесь у меня 40 сантиметров, ну то есть 20, да, 40 это окружность, вот 40 окружность рукава. Помним, что я рукав очень широкий не хочу, ну и в обтяжку тоже не хочу, поэтому вот такой вот рукав. Вот, не важно, чтобы влезла в куртку, но в принципе это эта модель и не предполагает широкий рукав. В общем, в моем случае это 40 сантиметров. Берем плотность, ту, которую у нас после обработки. Вот там, где мы обработали образец, и по нашей формуле 40 сантиметров это x петель, 10 сантиметров это 18 петель. Умножаем вот эти два числа. 40 на 18, было бы удобнее обратно, 8,4, 32, 0,4, 0,2, 72, в общем, и делим на 10, то есть 72 петли у меня должен быть рукав. Вот вы посчитаете, сколько ваш рукав должен быть. Отталкиваемся от этого числа. Теперь смотрите, что я делаю. Кстати, вот смотрите, я дальше перешла на вот эти вот спицы, потому что мне неудобно, я не люблю рукав вязать круговую спицу. Теперь мы берем нашу пройму. И что мы делаем, девчонки? Мы считаем, сколько у нас кромочных петель. Раз, два, три, четыре. 67, 68, 69, 70. Вот две петли у меня не хватает. Подрез у меня будет получается. Давайте постепенно, чтобы вас не шокировать. Вот по вот этой вот линии у меня 70 кромочных. 70 кромочных. И мне нужно 72 петли. Это значит, что у нас, по сути, как раз попадает количество нужной петель в количество кромочных. И поверьте мне, что у вас будет то же самое, потому что оно равнопропорционально, величина проймы ширине рукава, соответственно. То есть не может быть широкая пройма и узкий рукав. Оно все равно как-то должно дружить друг с другом, как бы две эти величины. Понимаете? Либо маленькая пройма и широкий рукав потом в итоге тоже не может быть. Поэтому эта величина у нас будет пропорциональна. Что я делаю? Я отделяю вот средние 10 петель. 10 петель. Можно 12. Если у вас большой размер, можно взять 12. Я в скобках напишу. Даже 14 можно. Все будет нормально, не волнуйтесь. Вот, беру два маркера. Я беру 10. Поэтому от 70 я отнимаю 70 минус 10 равно 60. И делю на 2. Это 30 петель. То есть сюда у меня 30 петель и сюда у меня 30 петель до вот этих двух точек. Я отмечаю эти две точки маркерами.
Значит, тут 30. Раз, два, три, четыре. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23. Здесь у нас переход. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот 30-ю я цепляю. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 30, 30. И между ними у меня должно быть 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Что мы делаем? Мы берем наши спицы, мы берем нашу пряжу и начинаем вязать очень простым способом. Начинаем по одной петле. Сейчас просто лицевыми я провязываю, как бы поднимаю 10 петель из каждой кромочной по одной петле. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь эти маркеры нам не нужны. 10. Поворачиваемся, будем вязать поворотными рядами сейчас. Нить мы уводим сюда к нам и начинаем вязать резинку 1 на 1. Последняя петля лицевая. Теперь смотрите, мы берем следующую, вот здесь вот мы прицеплены, мы берем следующую кромочную, но изнаночной как бы ее поднимаем, из нее петлю, изнаночная, это в изнаночном ряду. Поворачиваемся, здесь мы вяжем по узору, изнаночная, лицевая. Много спиц, конечно, но зато потом получится цельное полотно. Без всяких прибамбасов, без швов. Так, последняя лицевая. И теперь здесь отсюда мы в лицевой, ну, как бы на лицевой стороне мы поднимаем лицевой, следующий, из следующей кромочной петлю. Поворачиваем. Независимо от того, легла она по узору или нет, мы уже во втором ряду их будем ввязывать, эти поднятые петли в узор. Здесь со следующего, с третьего ряда мы начинаем вязать полупатентный наш узорчик. Так, все петли по узору, здесь кромочных как бы и нет. Мы находимся в изнаночном ряду, поэтому поднимаем изнаночной петлей, из кромочной. Повернулись, сняли, здесь уже по узору мы все вяжем. И так далее, девчонки. И получается, что мы в конце каждого ряда поднимаем одну петлю. Далее, те, вот у меня две петли осталось, остается не хватать, я их просто добавлю в подрез. И все. Вот все, весь на данном этапе, весь расчет оката рукава, девчонки. Здесь видите, я лицевой провязала, потому что по узору, а поднимаю я изнаночной в изнаночном ряду и лицевой в лицевом ряду всегда, а потом уже только ввязываю как бы в узор, чтобы просто вот это место соединения у нас было красивым. Смотрите, какое оно потом получается, это место соединения красивое, без никаких нюансов, очень все красиво и профессионально получается. Ну, в общем, я продолжаю вязать, вот прям аж пока не подниму все кромочные, из кромочных петель, из всех петельки. Так,
Значит, смотрите, вот так вот это выглядит, вот такой вот у нас закат рукава. Он, конечно же, не идеален, но ведь то по итогу, поверьте мне, оно все сядет и уляжется. Вот смотрите, он вполне себе хорош. Итак, у меня здесь 70 петель, и тут основная, главная, девчонки, фишка. Как просто вязать полупатентную резинку в круговую. Всего лишь нужно вязать по изнанке. Поэтому у меня здесь, я закончила лицевым рядом, я провязываю изнаночным, доберу недостающие, в моем случае, 2 петли и буду вязать в круговую. Вот, видите, в изнаночном ряду мы делаем вот эти вот, как бы, наряд ниже. Поэтому и вязать мы будем в изнаночном ряду. Поверьте мне, ничему это не помешает. Ну, во всяком случае, не знаю, во всяком случае, у меня ничем не отличается вязка, как бы, поворотными рядами и в круговую. И с лицевой стороны, или с изнаночной стороны. Сейчас мы рассчитаем с вами убавление рукава и будем вязать в круговую ряд до низу. В принципе, самое сложное из всего кардигана мы уже прошли. Это было первое видео, а кат рукава я тоже думала будет сложным, думала я в расчетах там немного потеряюсь. Ну, видите, все как бы благополучно. Точно так же будет, поверьте мне, и с карманами. Я уже знаю, как я их буду вязать, тоже максимально просто, упрощенным вариантом, и все, поверьте мне, будет красиво, и карман будет выглядеть шикарно. Далее, что у нас такого из такого сложного остается? Вшитие молнии. Молнии тоже есть прекрасный способ сшить молнию, которым мы и воспользуемся. Вот так вот, провязала я ряд по кругу и соединяю я это все вязание с круговое. Добираем здесь вот те петли, 2 петли, которые у меня здесь не хватило, до 72 петель. У вас может быть больше, но кстати, смотрите, чтобы у вас просто... Ну, если это пару петель, то, поверьте мне, они большой роли не сыграют в ширине изделия. Если, конечно, это по 10 петель, то тогда, да, ширина будет... пошире, поэтому этот вариант в этот момент учитывайте. И вот при круговом вязании мы вяжем, хоть снимаю один ряд просто резинкой, а один ряд на ряд ниже, вот и все. Иначе бы, если бы мы вязали в лицевом ряду, то нам бы пришлось изнаночную провязывать на ряд ниже, что не очень удобно. Поэтому вязать с изнанки нам намного проще. Вот таким вот образом. Так, теперь рассчитываем вот эту вот часть. Значит, здесь мы уже знаем, что здесь у меня 40 сантиметров. А внизу я хочу... Я уже один рукав вяжу, мне же нужно проверять все, поэтому... Внизу я хочу 24 сантиметра. Это не резинка, это по... До, сейчас мы считаем до резинки. Резинка у нас потом, соответственно, пойдет резинка от английской, и все будет прекрасно. Здесь даже можно оставить 26. Можно, пусть будет 24, я вам сам принцип покажу. Значит, что нам нужно измерить? Вот эту вот длину до манжета. Это меряем по себе. Вот если у нас ручка, вот так вот, мы от манжет... В принципе, и меряем вот эту вот часть до манжета от проймы. У меня это 40 сантиметров, у меня красивые числа, 40 сантиметров, может быть больше, может меньше, но я сама на себе меряю, вот так вот у меня получилось. Теперь берем мы нашу плотность, высоту исходную уже готовую, 36 рядов 10 сантиметров. 36 рядов, это у нас 10 сантиметров, 40 сантиметров. X рядов.
Ой, подождите. Сначала нам нужно рассчитать. Подождите, это оставляем. Сейчас мы рассчитаем другую. Значит, 24 сантиметра. Это x рядов. И 18 петель. 18 петель. Это 10. Опять то же самое делаю. Видите? 18 петель. Здесь мы рассчитываем петли, сколько петель у нас должно здесь остаться. Значит, 24 умножаем на 18 32 16 192 4 2 может неправильно считаю, вы сейчас меня опять расстреляете. Ну да, значит, 43 петли у меня должно остаться здесь. Значит, это или 42, или давайте 44. Потому что четное должно для резинки 1 на 1. Значит, 44 петли. Здесь у меня 72. Значит, 72 отнимаем 44 равно 8. 28 и делим на 2, это у нас 14. Значит, это что это значит? Мы должны 14 раз сделать убавление по 2 петли. В круговую мы будем сокращать. Почему 4? Ну да, 14 мы сразу будем сокращать по 2 петли. Сейчас я вам расскажу. Значит, всего 14. Это я пример, вы считаете свое. У вас может быть свое число. Не 14 петель, а 16. К этому числу, к этому числу 14 я добавляю 1. Это значит, что 1 пролет. То есть 14 сокращений, и вот этих вот промежутков между ними будет плюс 1, у всех плюс 1, это 15. Значит, что нам нужно рассчитать? Вот это число, сколько у нас вот эти 15 отрезочков между вот этими добавлениями. Для этого вот это число, значит, 36 рядов в 10 сантиметрах и x 40 сантиметра, значит, 40 умножаем на 36, или 36 на 40. Значит, 40 на 36 0 4 4 1 и 1440, и делим на 10. Это 144 ряда у нас. Вот некрасивое число получается, но ничего. Значит, нам нужно поделить на 15, что не делится. Но если мы поделим на 14, вот смотрите, если я делю на вот эти, вообще в идеале поделить на 15, и если получается, то равные вот эти вот части. У нас же не получается, потому что здесь 144. Значит, нам нужно либо добавить 6 рядов, либо оставить эти 4. А знаете, что я сделаю? И один из секторов у нас будет тогда 4 ряда, остальные по 10. Понимаете? То есть, если мы делим 144 на 15, вот видите, 6, значит, это если делить одинаково. Ну, если делить одинаково. Понятное дело, что ряд на 6 сотых мы поделить не можем, поэтому я делю на вот это вот. Число 144 разделить на 14, это будет 1 минус 14 и 14 10, и 4 в остатке. Это значит, что все у нас в каждом 10 ряду мы будем делать сокращение, и останется вот перед резинкой у нас 4 ряда. Либо можно сюда добавить 6 рядов, чтобы было одинаковый, но это не принципиально, поверьте мне. Нам важно рассчитать вот эти равномерные сокращения. Все. То, что здесь будет, это 4 ряда после последнего, либо 10 после последнего, поверьте мне, это не важно. Тем более у нас еще будет резинка. Так что таким образом мы рассчитываем. У меня это в каждом, через 9, в каждом 10 ряду я буду делать эти сокращения. То есть сейчас я провяжу еще 8 рядов, потому что один у меня уже есть. И покажу вам, как делать сокращение. Смотрите, провязала я.
Видно, не видно. Я уже вечером снимаю. 9 рядов. И как же я сокращаю? Вот здесь вот, ну, так как у меня 2 добавлено, да, центральной петли у меня как бы нет. Я смещаюсь в сторону. Я смещаю одну петлю и вот сделаю эту лицевую как бы центральной. Значит, провязывать я буду для сокращения по 3 петли, одновременно сокращая 2 петли. Это как бы, как мы вяжем рукав со швом, вот. И сокращаем в начале и в конце ряда. Вот в принципе то же самое получается. Значит, последняя у меня лицевая, и здесь я провязываю 3 петли вместе изнаночной. Вот. И далее вяжу по узору. В следующий раз, вот через вот этот ряд я провяжу, потом еще 9, я буду провязывать вот эти вот 3 петли лицевой. И у нас будет она лицевая, вот эта петля. То есть это будет меняться ведущая центральная петля. Вот сейчас я вам покажу. Вы на вот этом вот рукаве, вот смотрите. Видите, лицевая, изнаночная, центральная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом это все будет как бы выглядеть. Ну и вяжу дальше, девчонки. Вяжу весь рукав аж до самого синего моря. До самого манжета. Вот один рукав я уже провязала, девчонки. Потом смотрите, кстати, можно и не доснимать кусок видео. Я прям сразу вам хочу покажу. Провязала еще. Ну тут уже тоже. Это уже дальше. Ваша фантазия. Тут смотрите на глаз, на вкус, на совещание. То есть, если мужу вяжете, спрашивайте у него, какой он манжет хотит. 8 сантиметров у меня. Тут я у себя спросила, сколько я хочу. И иглой закрыла эти петли. Вот, в принципе-то, и все на сегодня, девчонки. Еще я вам сейчас, еще в конце покажу вам на манекене. Одела я на манекен, и так, как я и предполагала, вернее, плечико, оно подрастянулось, оно стало на свое место, так что мои переживания по поводу этого 1 сантиметра, вот здесь видно, не обработан рукав, он еще так корявенько сидит, а вот этот уже обработан и сидит прекрасно, по моему мнению, сидит здесь все так, как должно. Вот, вот так, в таком состоянии я вас сегодня оставляю. Вот второй рукавчик довяжу. Здесь я вам говорила уже, да, что я довязала резинкой 1 на 1. В общем, до следующих выходных. Спиночку вам покажу. Так, ну это понятное дело на манекене. Еще я потом все покажу вам на себе. Еще хочу в планах у меня показать потом итог на женском манекене. По-моему, тут я так смотрю на свои манекены. Сейчас такая мода универсальная, что хоть женский, хоть мужской вяжи. Девушка одна мне прислала фотографии. Она уже связала. И все у нее прекрасно. Ну, она такой побольше свободный вязала. Все прекрасно село, не убавляла вот эти вот петли. Хотя, смотрите, с убавлением, по-моему, все там, все четко, все как должно быть, и никаких нюансов. Мне кажется, все, не знаю, вот напишите свое мнение, мне кажется, все садится, все у нас получается, и в лучшем виде, и в самом простом. Смотрите, сам рукав. Мне все нравится. Не знаю, напишите свое мнение. Вот, пишите еще, девчонки, знаете, что может у кого несоответствие размера, ну, оката, вот как я говорила, и петель желаемых как бы получить. Вот будем считать, будем думать, если вдруг все-таки это не попадает, то, что я говорила. Если у кого-то какие-то вопросы возникнут, обязательно пишите, будем разбираться. Но у меня все пока. Пока мне все нравится. Ну, а дальше уже ничего, никаких как бы таких сложностей. Дальше нам остается только довязать, сделать карманы. Ну, по сути расчетов у нас, в принципе, уже-то и нет. Все самое главное мы уже сделали. Самое сложное это было это японское плечо и окат рукава. Вот я же говорю, технически самое сложное мы с вами уже сделали. Дальше будет такое уже. В кайф.
Да, ну все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа рукоделия, и я Вика. Напоминаю вам, что мы вяжем мужской джемпер, вернее, кардиган мужской от Брунелло Кучинелли. Это третья часть этого мастер-класса. Не последняя. Еще у нас замочек будет, молния будет, капюшон. В общем, еще очень много всего интересного. Все недостают, все первые части, всегда много вопросов. Девчонки, под видео я всегда оставляю ссылку на плейлист с мужскими изделиями, в которых находятся все-все-все видео, относящиеся к этому мастер-классу. Так что переходим в описание, нажимаем на плейлист, и там находим все видео, которые смотрим перед этим, которые видео начала этого мастер-класса. Значит, итак. Девчонки, что я сделала, не сняла. Кто вяжет, те уже в курсе, что мы, где мы закончили. Мы закончили на рукавах. И вот что я сделала без вас, это я соединила все детали. Почему не снимала? Потому что у меня пососкальзывали со спиц петли, и я их поднимала, и это такое муторное дело было. В общем, я забыла снять этот кусок. Ну, в общем, тут, в принципе, ничего сложного, да, просто мы соединили все детали, которые у нас оставлены были на спицах, вот после вывязывания рукава, и вяжем цельновязанную полочку, спинку и т.д. и т.д. и т.п. Значит, я провязала, откроем. Естественно, еще петли подреза, сколько их там у вас. Кто вяжет со мной, они понимают, о чем я говорю. Кто не вяжет, пожалуйста, в первые видео. Значит, и от проймы я провязала 17 сантиметров. И здесь я буду располагать карман. Значит, вот она пройма. Сейчас я вяжу все как бы одновременно, и от проймы 17 сантиметров отступаю от вот если разделить эти детали, да, вот моя как бы боковой шов, так называемый, и от него я отступаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петель. Сейчас скажу, это в моем случае при моей плотности 14 петель. И сколько это сейчас? Один сюда маркер. Вот. И скажу вам, сколько здесь сантиметров. Так. В общем, я отступила от бокового шва, ну, сгиба 7 сантиметров, ой, не 6 сантиметров, это 6 сантиметров у меня. Вот здесь у меня будет начинаться вход в карман, то есть я сейчас буду разделять. Сейчас посчитаю, сколько у меня петель здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. О, прекрасно. Значит, 40 петель я пишу, потому что мне эти цифры будут нужны здесь. Может, я сейчас здесь нахожу. Ну, в общем, не важно. Там, где у меня нить, в лицевом ряду, я вот это все считала, отмерила, определила вход в рукав, где у меня будет, записала эту цифру. Вот. И теперь я буду вязать вот эту вот часть, отверстие в рукав. Вы слышите, что я говорю? В карман. Отверстие в карман. Значит, отверстие в карман. Сейчас я отделяю. Смотрите, обратите внимание, я перешла на тоньше спицы. Мне почему-то так легче. Я вязала на тройке и перешла на 2,5, чтобы не затягивать, не контролировать это все, потому что почему-то даже мозоль натерла вот здесь вот. Мне легче как бы вязать на спицах тоньше, чтобы полотно, ну, как бы петли эти скользили. Вот. Не люблю я затянуто. Вот, сейчас я отделяю. Это все вязание. А вы знаете, что я еще здесь, смотрите, 40 петель я посчитала. Сейчас покажу, что мне здесь не нравится. Я думаю, вам тоже не понравится. Значит,
Вот, у меня заканчивается, что вот это вот будет кромочная, изнаночная, то есть после изнаночной первая лицевая. Мне это не нравится, мне нужно, чтобы была первая изнаночная. Значит, я еще провяжу еще одну петлю, то есть 41 петля, и у меня получится после кромочной изнаночная. Почему? Потому что я ранее об этом говорила. Мне не нравится потом, если добираются петли, а ну, по моему мнению, некрасиво, когда первая лицевая. Вот у нас везде, везде, везде у нас первая изнаночная, вот видите, поэтому и здесь я сделаю так, потому что вот эти петли, здесь будет первая лицевая, они спрячутся под вот этим листочкой кармана, в общем, под обвязкой кармана, поэтому там это не страшно. Вот на вот этой вот маленькой части это важно. И поворачиваюсь. Теперь я буду вязать только вот эту вот часть, эти 41 петлю на высоту как бы входа в карман. Вход в карман. Теперь смотрите, девчонки, вот классическое расстояние входа в карман, начиная от 12 сантиметров. Это если женский, если детский, подростковый детский кармашек, но если совсем уж детский, то 8-10. Женский, он, в принципе, мы так всегда и рассчитывали, 12 сантиметров. Мужской 16 карман. Вот, исходя из вот этих вот цифр, я свяжу, вам скажу, 13, чтобы было чуть побольше, потому что все-таки я вяжу маленький размер на себя. А вы смотрите тоже, ну вот, вот классический, можете измерить, допустим, на куртке, на мужской, если мужчине нравится, тут вход в карман. Но я вам говорю цифры, те, которые, в принципе, мы применяли в шитье, вот. Классические, такое среднее такое число, я же не говорю, они могут быть больше, меньше. Ну, классический средний вход в карман женский составляет 12 сантиметров, мужской 16. Вот так, исходя из этого, вы как бы определяетесь, то есть уже тоже можете регулировать. Я, значит, вяжу эту половиночку, пока у меня не будет 13 сантиметров. Вот я провязала. Здесь у меня пока не обработано, и пока это 12 сантиметров, ну, если быть точной, то вот так вот, ну да, 12 сантиметров, это без обработки, я предполагаю, что еще будет и побольше после обработки, и отрезаю я ниточку. Теперь мы будем вязать среднюю часть. Для этого, что это значит, мне нужно вот здесь вот отделить 41 петлю, которая пойдет на вот эту вот полочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и одна. 41 петля. Отлично. Так, теперь мы будем вязать вот эти вот средние петли. Что еще мы... Ух ты, ух ты, смотрите, что у меня. Вот, вот поэтому я и не показала соединение. У меня все периодически слетали то одна, то вторая спица. Вот когда я оставляла передние детали. И пораспускались крайние петли. И мне пришлось их долго поднимать, корректировать это все. Поэтому и не сняла момент соединения. Вот. Ну, я думаю, вы меня простите, там сложного ничего нет. Вы это не раз делали. Значит, что мне здесь нужно сделать? Давайте я буду этот карман рисовать. Вот сейчас мы вяжем среднюю часть. Я просто буду... И добираем это основные петли. Сколько бы у вас их не было. И нам нужно добрать здесь петли карманчика, мешковины карманчика. Я наберу 15 петель. Вы смотрите, может вам, сейчас я посчитаю, посмотрю визуально. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, это 6 сантиметров. Да, я наберу 15 петель. Вот. Ну, я не думаю, что вы будете хотеть карман больше. Может, разве что, ну, до 20 дотяните, да, больше не надо. Потому что он сейчас у нас будет расширяться еще. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, цепляем маркер
И теперь вяжу основную, как бы основное полотно. То есть эти петли мешковина у нас цельная вязаная со спинкой, а там окатик, ну, окружность вот эту мы потом пришьем. Все я подробно покажу, девчонки. Этот момент я подробно буду показывать. Сейчас мы просто вяжем заготовки. Кстати, еще нужно, ну, пока не нужно, потом посчитаем вот эти вот ряды, сколько у нас провязано, это нам тоже нужно. Так, я довязываю до маркера. Сейчас маркер я переношу сюда, а здесь добираю 15 петель тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то я не с той стороны начала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, поворачиваемся, полочку вот эту вот правую оставляем пока и вяжем только среднюю часть, ну, спинку, кусочек передних деталей и мешковину кармана. Теперь внимание, мешковину кармана мы вяжем чулочной гладью. Сейчас я в изнаночном ряду, поэтому я петли провязываю и изнаночными петлями. Сейчас чуть-чуть неудобно сейчас здесь, но оно потом сейчас вот так вот сделаю, оно потом сравняется будет. Пару рядов провяжем. Так, я такое ощущение, что я спустила одну петлю, ну ничего, раз, два, три, четыре, правильно, 14, 15. Так, ничего у меня не потерялось. Центральный, господи, маркер желательно повесить, потому что уйдете из узора в неизвестном направлении. Так, здесь я вяжу изнаночный ряд. Вот до конца ряда я дошла. Эти петли я тоже вяжу изнаночными, петли кармана. И далее что я буду делать? Далее в начале каждого ряда я буду добавлять петельки, то есть расширяя эту мешковину кармана. То есть вот эти 15 петель это будет верхушка, а ну сам карман, мешковину нам нужно, чтобы он был побольше. Вот таким вот образом мы сейчас вот таким, видите, не показываю, сейчас буду показывать. Мы расширим, потом, ну, до нужной нам ширины, потом будем корректировать. Все буду рассказывать. Так, есть. Теперь что я буду делать? Я буду в начале каждого ряда. Это значит, что с обеих сторон это будет там в лицевом, а там в изнаночном ряду. Я буду делать вот такую дополнительную воздушную петлю. Вы можете делать классическую после этого, ну, кромочной петли, без разницы. То есть каждые два ряда у меня будет добавляться здесь одна лицевая петля до нужной мне ширины, пока вот эта вот часть не будет, ну, чтобы рука туда входила, да, ну, чтобы это было похоже на карман, да.
вот это до маркера. Здесь мы в лицевом ряду вяжем ее чулочной гладью, все остальное узором. И от маркера здесь мешковину тоже чулочной гладью. Так, мне нужно, девчонки, вот смотрите, я добавила 7 петель, здесь 22 петли, и я решила, что мне хватит, потому что еще же у нас будет вот эта обвязка, она так настолько на пару сантиметров углубит рукав. В общем, в моем случае это 7 петель. И теперь, это значит, что у меня провязано 14 рядов сейчас, потому что... Так, и сейчас я посчитаю, сколько у меня всего здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. На 2, да? Значит, вход в карман у меня... Вот здесь вот 28 на 2, 56 рядов. Итого 56 рядов. Минус 28. Почему 28? Потому что 14 рядов у меня ушло вот на эту штучку, ну, на добавление. И 14 уйдет на убавление. То есть 2, вот это количество рядов, которые вы добавляли, потом вы это же количество рядов будете убавлять. Поэтому 14 плюс 14 рядов, у меня 28, и остается 28. Мне сейчас нужно провязать ровно, без добавлений. Вот, я сейчас вяжу ровно. Так, смотрим, что у меня здесь, девчонки. Провязала я свои 28 рядов вот от увеличения. Теперь я буду, как я добавляла по одной петле, так я буду и сокращать. Вот они вывязываются, вырисовываются мои ушки, да, карманчики. Вот, и теперь я просто буду провязывать, сокращать одну петлю в начале каждого ряда, то есть и здесь, и в начале следующего ряда тоже, то есть сокращу эти ушки и доведу вот эту величину до вот этой вот, ну, то есть чтобы это у нас сравнялось, одинаковое количество рядов, 56 всего у меня будет, и тогда мы уже эту детальку оставим. Итак, так и так и так, вот теперь я вам показываю весь мой карман. Теперь еще хочу сказать, это не обязательно столько петель, вы определяете, вот какую глубину вы кармана хотите. Сейчас я вам промеряю свой, но учитываем то, что это женский, вы можете, если опять же, если это 10 сантиметров глубина, но здесь еще будет планка кармана. Так что он будет где-то 13 сантиметров. Плюс еще обработка, ну, я вам потом измерю. А здесь вот 17 сантиметров. Вот. Но это даже и хорошо, что у нас другая плотность. Видите, здесь оно растянуло, но оно встанет на место, мы все исправим. Так, теперь я, в общем, у меня здесь 56 рядов. Я закрываю все петли мешковины кармана и... оставляю эту часть и довяжу правую полочку. Правая же у меня, да? В общем, закрываю я. И потом это все соединим, и потом уже доделаем кармашек до конца. Так, вот эта петля нам не нужна, она тоже дополнительная, мы ее тоже убираем. Так, сюда, все, далее пошли петли основного вязания спинки и кусочка передней детали. Вот так вот до конца. И закрою петли мешковинки.
Так, вот дошла я до конца ряда. И теперь закрываю эти петли благополучно и перехожу на правую полочку. Так, все, где она моя? Вот она, моя вторая полочка. И я привязывать не буду нить, я потом ее там присоединю. Вот, первую петлю первый раз провяжу, а далее не буду. Ну, в общем, здесь у нас, вот видно, вот здесь уже я так оставлю, там понятно, что я буду ту полочку вязать. Вот у нас кармашек, видите, образовался, еще планочка, соответственно, и мешковина вот здесь вот. Все, я продолжаю еще эту полочку. Так, ну и вот, смотрим, девчонки, я завязала правую полочку, все у меня сравнялось. Теперь я соединяю цельное вязание, то есть буду вязать все петли и до нужной мне длины, потом резиночку, ну, в общем, все как положено. Кармашек мы будем доделывать потом уже. Вот. Сейчас я это все соединяю и вяжу цельным вязанием. Так, девчули, что у меня тут дальше, девчонки? Один. Я довязала, в общем, до конца провязала резинку, тут уже рассказывать нечего. Длину вы сами определяете, сколько вам вязать, высоту кармана вы тоже определяете. Вот я уже один карман сделала, сейчас подробно будем делать второй с вами. Я проверила технологию, технику, вот такой вот у меня карманчик получился, девчонки. Сейчас мы сделаем с вами второй. Вот, внимание, девчонки, карман делается уже после ВТО, это обязательное условие. Вот смотрите, мешковину я разутюжила, она вот принимает вот такую вот, в связи с разными плотностями, разной вязкой, такую классную, как раз для кармана, кругленькую форму и больше, чем, ну, в общем, свою форму на чулочную гладь, оно принимает свою форму, что нам очень-очень нравится. Мне, во всяком случае, потому что это принимает форму более похожую на карман, и она очень тоненькая, поэтому никаких лишних уплотнений, утолщений не будет. Можно, конечно, сделать с двумя, как бы вот этими, и здесь привязать такую же деталь и сделать вот такой вот карман, ну, то есть двойной, отдельно от себе, ну, от основной детали. Но мне кажется, что такой лучше, потому что если бы была подкладка, да, его можно сделать так, и тогда не будет просвечивать вот здесь вот шов, как бы здесь он немножко отпечатывается. Но когда нет подкладки, я считаю, что это лишнее, потому что этот карман просто будет висеть. Вот зачем он такой, правильно? Итак, девчонки, первым делом я беру, набираю петли по вот этой вот стороне. Сторона, которая у нас к молнии, вот эта узкая. Спицы 2,5 миллиметра, вот я поменяла на тоньше спицы, потому что мне ими удобнее вязать. Я взяла одну на носочную, буду вязать. Значит так, здесь у меня 28 кромочных, вот здесь вот. Но я наберу петли, набираю чуть больше, вот если считать, вот она первая кромочная, я залезаю прямо сюда, отсюда начинаю набирать. Мне нужно нечетное количество петель. То есть у меня в любом случае будет эти 28 из кромочных и 2 отсюда. Здесь будет 2, а здесь 1. Нет, здесь будет 1 дополнительная, потом пошли кромочные. Из каждой кромочной по одной петле.
29, потому что у меня 28 кромочных петель и одна дополнительная. И здесь вот я добираю 30 и 31, то есть увожу чуть выше, чем вот этот вот стык. То есть 2, здесь одна дополнительная, а здесь 2. Вот, и теперь я здесь у меня получается изнаночный ряд. Я начинаю вязание с изнаночного ряда. Первую петлю обязательно лицевую. Следим за тем, чтобы число петель было нечетным, чтобы на лицевую у нас начиналось вязание и лицевой заканчивалось. Ну, это чтобы краешки были у нас одинаковые. Вот. Если у вас там, допустим, получается четное, то здесь дополнительную набираете одну всего. Так что ничего страшного. То есть количество петель, кромочных рядов, как бы, ну, кромочных петель. Вот из каждой вы набираете по одной петле, плюс одна. Если не хватает одной, то добавляете в верхней части кармана. Не в нижней, а в верхней. Ну, хотя это не столь принципиально. Хотя это не столько принципиально. Значит, лицевая и изнаночная. Здесь у меня вот ниточка. Она у вас однозначно будет, потому что вы вязали со мной. И я нить привязываю к ней. Потом мы эту нить всунем туда, в планочку. Теперь я вяжу еще 9 рядов просто резинкой. Так, смотрите, 10 рядов я провязала. Теперь мы в 11 ряду, начиная с 11 ряда. Девчонки, это, кстати, давайте я вам измерю, сколько эта планка у меня, сколько она на 10 рядов получается, чтобы вы могли подкорректировать свою. Но я не думаю, что вы шире захотите планочку. Я думаю, это как раз такая оптимальный вариант. 3 сантиметра, да, если вот она примется, немного стягивает, ну, утюжок нам это поправит. В общем, 3 сантиметра получается планочка. Значит, и начиная с 11 ряда, мы будем ее вот так вот поворачивать сюда, чтобы ее как бы сшить одновременно, будем ее привязывать, чтобы потом не сшивать, нам проще ее уже так готовенькую связать. Либо можно еще полой резинкой связать, но тогда вам нужно набрать в 2 раза больше петель. Вот. Этот вариант тоже. Ну, раз у меня там везде резинка 1 на 1, то я уже так, таким образом буду вязать. Уже после вот этого этапа можно подобрать молнию. Сразу я вам молчала, ничего не говорила. Так, смотрите, вот последняя кромочная. Здесь у меня 1, 2, 3, 4 кромочные, и пятая там где-то внизу. Значит, эту кромочную и с вот этой вот передней кромочной поднимаем одну петлю, одну только, и в этом ряду мы их провязываем 2 вместе, то есть присоединили мы предыдущие кромочной, поворачиваемся, нить уводим сзади, не перед собой, вяжем ряд до конца и делаем то же самое, то есть в конце каждого ряда мы будем присоединять. Так, изнаночная и кромочную. Теперь я провязываю изнаночную. Значит, переснимаю кромочную, поднимаю предыдущую и их 2 вместе провязываю изнаночной. В лицевом ряду изнаночной, а в изнаночном ряду лицевой мы последние петли провязываем. Итак, пока мы не продвинемся сюда, давайте еще раз я с вами сделаю этот ход. Так, довязала я до конца ряда, последняя петля. Вот смотрите, здесь мы прицеплены, значит, мне нужна следующая кромочная. Я поднимаю за одну стеночку, чтобы не уплотнять, и провязываю лицевой, потому что вот мы находимся в изнаночном ряду. В лицевом ряду это будет изнаночная.
Видите, мы уже уголочек у меня формируется, и мы отгибаемся. Вот так вот каждый раз. Только смотрите, девчонки, аккуратно, чтобы вы не попали в одну и ту же кромочную. Потому что потом забуксуете, будет искажение. Это вам не нужно. Внимательно смотрите, чтобы попадали в следующую кромочную. Так, дохожу до кромочной. Здесь у нас мы будем вязать изнаночной. Вот она, предыдущая и следующая. Поднимаю, возвращаю эту и провязываю изнаночной. И вот так вот до конца. Еще сколько я здесь провязала? 4 ряда, еще 6 рядов. Так, вот смотрите, как это выглядит, да? Теперь вот получается, что это сшито, да? И петли у нас на спице. Оно может у вас сложиться вот так, но вы просто выворачиваете. Еще раз смотрите, туда должна смотреть листочка. Вот эти вот ниточки мы продеваем туда вовнутрь, запихиваем. Вот эту вот одну нить я обрезаю. Не хочу я утолщение, но чуть побольше тоже туда продену. Вот. А серой буду сшивать. Это что у меня? О, господи, испугалась. Ну, затяжка какая-то. Так, иголкой нормально. Удобнее будет продеть это все дело туда, на ту сторону. Вот. Отлично. И я изначально хотела сделать здесь вот эту вот простую кетлевку крючком, но потом передумала, думаю, зачем? Так проще. То есть вы можете ее, конечно, сделать, но я же вот так вот каждую петелечку подошью за кромочные вот здесь вот два раза в каждую петельку. Итак, есть у нас подшито. Теперь мы снова переезжаем на лицевую сторону. Первым делом мы сейчас зафиксируем, отворачиваем подклад, чтобы его не зацепить, потому что нам нужно сейчас вот совместить это все красиво, оттянуть вот этот уголочек и ровно параллельно низу его здесь вот пришить. Вот так вот. Не прихватить мешковину ни в коем случае, нигде ничего не стянуть и пришить параллельно низу, чтобы угол у нас не улетел. Так, первый ряд. Вот я теперь хорошенько, смотрите, я прихватила, как бы. Теперь еще раз смотрите, теперь я уголок зафиксирую так вот хорошенечко несколькими стежками, чтобы здесь вот краешек был хорошо зафиксирован, и еще пройду обратно. Это те места, которые больше всего будут дергаться, поэтому их нужно зафиксировать хорошенечко. Так, есть, смотрите,
Вот, параллельно низу. Хорошо зафиксировано. Теперь уходим на изнанку. По изнанке теперь смотрите. Там стягивает вот эта вот нижняя часть. Хорошо раскладываем эту подкладку. Если она, видите, она побольше. То есть уводим не вверх, а вниз. Как бы больше стараемся. Но не перетягиваем. Ни в коем случае стараемся, чтобы это все у нас было естественно ложилось. Вот здесь вот, я же говорю, немного стягивает эта листочка кармана. Не пугайтесь, она еще пройдет в ВТО. То есть у нас, в принципе, это обработано уже все. У меня проглажена и подкладка, и основная деталь, кроме вот этой вот планочки. Я вот так вот легонько подшиваю это все, не затягиваем ни в коем случае, от этого зависит именно это отпечатывание. Предупредите мужа, потому что если сюда ложить в эти карманы кошелек, ключи, да еще пачку сигарет, то пойдет, в любом случае пойдет деформация кармана. Это не карман куртки, это трикотажное изделие. Мы должны понимать, что оно просто потом деформируется и провиснет. Так что карманы эти носят такую декоративную функцию. И на тот случай, если вдруг некуда руки будет деть. Можно туда положить ему руки на пару секунд. Вот, в принципе, то есть вся функция этих карманов. Так, здесь у меня ниточка заканчивается, я ее... Уходим на лицевую сторону снова. Теперь смотрите. Теперь мне ее нужно вот так вот оттянуть и тоже параллельно пришить. Смотрите, оно стягивает. Можно сейчас на данном этапе перед этой этим мероприятием взять ее и проутюжить, чтобы было легче. Видите, она уходит. Так. Стоять ровно, я сказала. Наверное, все-таки, девчонки, проутюжьте и наметайте. Или булавочкой скалите. В общем, смотрите, я думаю, вы знаете, как вам упростить этот процесс. Уголок, опять же, фиксируем несколькими стежками. Там, в оригинале, девчонки, там карман чуть-чуть по косой уходит. Но я этого делать не стала усложнять. Он и ровный такой достаточно... Выглядит солидно, думаю, зачем. И при том там скос этот буквально на 2 петли, думаю, зачем усложнять, не буду. Вот. Так, все. Казалось бы, что-то сложный этап, не сложный. Вот еще у нас молния. Надеюсь, она у нас тоже пройдет легко и гладко. Девчонки, сейчас я это проутюжу и покажу вам на манекене. Вот. И еще попрошу, девчоночки, пожалуйста, подписываемся в Инстаграме на мою страничку, потому что я буду требовать от вас потом ваши фотографии. Я хочу сделать видео. Вот, теперь осталось утюжочком пройтись, либо как вы там обрабатываете, постирать, разложить, и ваша листочка примет ту форму, которую она должна принять. Вот. Стык у нас вот здесь вот. Видно, да? Она идет внахлёст в основное полотно. Вот такой вот карманчик. Все, девчонки, на сегодня все. Сейчас в конце покажу на манекене. Осталось. Сейчас на этом этапе еще забыла сказать, что вы сейчас должны купить себе, можете подобрать молнию. Как ее мерить? Внимание. Значит, вы
Вы уже на этом этапе должны понимать, сколько у вас будет стойка воротник. Вот я смотрю, где-то 7 сантиметров. Вот 7 сантиметров я пальчика взяла. Смотрите, молнию мы меряем ни в коем случае не вот так вот, по вот этой вот растянутой стороне. Мы меряем ее вот так. 60 сантиметров всего у меня молния, смотрите. То есть, если бы я мерила вот здесь вот, она бы у меня была 62 сантиметра, что уже неправильно, потому что потом бы она делала такие волны. В общем, моя молния 60 сантиметров. Вот вы измеряете свою, сколько вам нужно. Я ищу молнию и до следующих выходных прощаюсь с вами. Мы будем делать воротник и вшивать молнию. Так, сейчас еще покажу, выверну, покажу. Пока мне, вы знаете, все идет гладко. Я ожидала каких-то непоняток, возможных усложнений. Ну, пока все хорошо, вы знаете. Ну, вот это, видите, это издержки этой вязки, поэтому, почему я говорю, это все мы скорректируем молнией, девчонки. Это все у нас усядется, не будет вот этих вот волн. Да, все у нас заберет молния. Подождите, я еще вот так вот к спинке ее выровняю. Все это нужно будет нам скорректировать. Но не боимся. Все я вам расскажу. Сейчас померяю, сейчас еще так. Видите? 52. Уже 1 сантиметр я неправильно намерила. И если 7 сантиметров, значит, мне придется 8 сантиметров воротник делать. Потому что я объясню, потому что молния может быть либо 60, либо 65. Поэтому я в любом случае покупаю себе 60 и буду корректировать воротником. Вы же пока еще не довязали, вы можете еще корректировать длиной молнию. Но вот ни в коем случае не ориентируйтесь на вот этот вот растянутый край, потому что растянутый край у этой вязки у нас в любом случае будет. Вот по спинке, смотрите, как я приложила к спинке, выровняла вот здесь вот, вот под, в этих местах все. А вот эта часть у меня осталась вот такая волнистая. Вот ее-то мы и будем потом исправлять. Вот. Поэтому я в любом случае покупаю молнию 60 сантиметров и просто потом подвяжу, ну, сделаю на 8 сантиметров высокий воротник, что не страшно. Это не страшно, я считаю. Вот. Он там тоже в оригинале, он не маленький. И... А вы смотрите, потому что меньше, конечно же, я не хочу, чтобы не укорачивать молнию, напрягаться, будем корректировать, лучше корректировать так. Ну, хотя в любом случае можно даже и молнию подкорректировать, если уж совсем. Если нужно будет, и это я вам покажу, напишите. Ну, уже потом, если надо будет, я покажу, как укорачивать правильно молнию. Все. Так, и промежуточный мой результат. Девчонки, здесь я сколола булавками, чтобы было видно. Рукавчик и карманчик. Вот так вот он выглядит. Немножечко как бы отпечатывается подкладка. Ну, если аккуратно делать, не очень сильно. Если, допустим, темный будет кардиганчик, то тоже, я думаю, там оно спрячется. В общем, пока в таком мы состоянии, девчонки. Я, во всяком случае, ну, надеюсь, что и вы здесь не видно очень. На этом больше видно. Вот. Ну и все, я с вами прощаюсь до следующей нашей встречи. Всем пока. Я вас приветствую на моем канале. Четвертая часть видео, девчонки, это неприятность с молнией. Наконец-то она мне пришла. Вот такая вот молния 60 сантиметров. В магазине не нашла, не хотелось, черные только были. Вот как шьет и вяжет Чехия, молнию не купить. Хотя раньше было проще, сейчас почему-то прям такой кипиш. Значит, булавки у меня, сантиметровая лента, крючок. Мы будем делать, уже был на моем канале этот способ, я думаю, некоторые из вас смотрели, видели его. И вот такая вот иголочка, чтобы в нее пролезла одна нить вязальная,
Она проткнула, сейчас попробуем. Плохо освещение. Я буду стараться, чтобы вам было все видно. Днем я сейчас нахожусь у дочки. Вот здесь вот, с этой стороны, у меня пеленальный вот этот вот штукенция. И я целый день собираюсь снимать видео, и все у меня не получается. Поэтому снимаю ночью. Вот вам бабушка я, девчонки, я уже бабушка. Так что вот так вот, вот так вот. Значит, я беру основную пряжу. Так, воротник я связала. Вот сейчас вставляю видео, как я его вязала. Вот. Сегодня у нас четвертая часть нашего совместника. Не знаю, вяжете вы, не вяжете, отпишитесь, мне интересно, успеваете, не успеваете, на каком вы этапе. Все недостающие части, кто не видел, кто включил первый раз вот это видео, мы вяжем мужской кардиган от Brunello Cucinelli. Это уже заключительная часть, все уже мы связали, все видео будут, ссылочка под видео в описании, нажимайте плейлист. С мужской одежды, и там в этом плейлисте будут все вот эти вот видео. Так, я сейчас что я делаю? На спице 2 миллиметра я набираю петли для горловины, по горловине, значит, здесь по одной петли, как у меня тут лежит. А далее будет из каждой кромочной. Так, вот уже пошло. Здесь у меня кромочная. И я из каждой кромочной вытаскиваю по одной петле. Так, набрала я. Сейчас посчитаю, сколько у меня получилось, чтобы вы могли примерно ориентироваться. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три. Так, 107 петель у меня получилось. И первый ряд, прекрасно, нечетное количество петель, то, что мне нужно. Первый ряд я провязываю лицевыми петлями, чтобы... Я сейчас нахожусь на изнаночном ряду, и с лицевого ряда это будет такая себе имитация кетлевки. Вот. И вяжу ряд лицевыми петлями. Потом перейду на резинку 1 на 1 и буду вязать высоту резинку 1 на 1. Беру ниточку. Ниточки мне должно хватить, чтобы без узлов на весь, на всю молнию. Теперь вот смотрите, взяла и положила клубки на пеленальный столик. Вот нормальная я бабенция, скажите мне, пожалуйста. Так, значит, я хочу вам просто показать, потом будем булавочкой, вот как это выглядит, что воротника, ну то есть длины этого всего больше, лучше, больше, чем меньше. Меньше не должно быть. Это я вам говорила в прошлом видео. Значит, вот моя молния. Вот видите, его больше. Я все равно его, я буду припосаживать. Вот таким вот образом. Это все дело. Это все булавками будет делаться. И вот таким вот образом это все пришьется на молнию. Там, смотрите, вот. То есть свобода есть вот в детали. Молния в натяжку, даже как бы кажется, что так. Теперь знаете, что мне нужно? Теперь мы берем воротник, сгибаем пополам. И от центра, вот начиная с этой петельки, не та, которая у нас на сгибе находится, а вот с этой, считаем кромочные, количество кромочных. 3, 4, 5, 6, 7,
Так, у меня здесь 113, девчонки, кромочных. И вот эти 113 кромочных мне нужно распределить по вот этой вот молнии. Значит, у меня ручка и сантиметр. Значит, я ставлю первую точку. У меня мне придется, наверное, довязать пару рядов. Ну, в общем, я посчитала, что 113 это будет 60 сантиметров. Это молнию я делю на количество этих кромочных 113. У меня получается 0,5 и 3, там где-то так. Ну, то есть по пол сантиметра. Я же буду, смотрите, начинаю отсюда, с серединки. Вот. Я буду по 5 сантиметров. Я, если что, завяжу еще пару сантиметров воротника. Вот в воротнике мы будем это все дело корректировать. Раз, два. То есть я по пол сантиметра делаю такие разметки. Не пропускайте этот, как бы, эту процедуру. Вот от этого зависит ровность нашития вашей молнии. То есть вот это вот пол сантиметра, это соответствует. То есть у вас может быть не пол сантиметра, обратите на это внимание. Это у меня так красиво чуть больше, но я лучше довяжу выше воротник и выровняю, потом уже я вам это все дело покажу. Вот, на данном этапе. Я отмечаю вот эти, видите, точечками, отмечаю это все. На обеих сторонах и стараюсь, чтобы параллельно были эти точки. Так, смотрите, девчонки. Вот я разметила. Параллельно вот прикладывала трафаретку, ну, из коробочки, и я прям прочертила. Это у нас закроется, оставила пол сантиметра к зубцам, и получилось у меня вот прям сначала 118 вот этих черточек. Я сейчас, не придется, конечно же, довязать вот этот, то есть у меня будет выше воротник, чтобы у меня на каждую вот эту пришлась одна кромочная петля. Вот, что еще хотела сказать. Теперь я беру иглу с нитью. Конечно же, это кропотливая работа, но ну, что поделать. Значит, и начинаю отсюда. Дальше не надо, это мы все спрячем в воротник. Вот, один стежок, вот перед иголочку втыкаем перед обозначением. Сильно затягивать не нужно, потому что нам сюда нужно будет продеть крючок. И вытягивать не нужно, и затягивать не нужно. Сразу после разметки вытаскиваем, продеваем. То есть с изнаночной стороны, сейчас я вам покажу. Видите, у нас будут вот такие малюсенькие протяжечки, масенькие-масенькие совсем. Основная, как бы, протяжка, она будет на лицевой стороне. Внимательно за этим следите, на лицевой стороне.
так вот я прошиваю обе стороны. Только смотрите внимательно. Начинаем мы сверху, а внизу заканчиваем. Так, девчулечки, смотрите, как я это все дело прошила. Ой, потеряла. Сейчас я вам покажу. Значит, вот это у меня низ. Молния у меня с двумя концами, так что здесь у меня остались ниточки. Это мы будем потом прихватывать молнию. И тут с иголочкой прям. И мне нужно начать шить снизу. Сам как воротник еще на спицах. Провязала еще два ряда, но решила оставить, чтобы потом уже определюсь по вот здесь вот. Значит, что мне здесь нужно? Я первым делом так вот прикреплю нить за краешек. Так. Смотрите, вот здесь вот нам нужно будет, конечно же, прихватить иглой. Поэтому первый стежок я вот здесь вот сделаю крючком в холостую. Оно у нас будет крепиться сюда. И со второго стежка я буду пришивать так. Даже с третьего. То есть мы вяжем цепочку, девчонки, видите? Вот два стежочка я провязала этой цепочки. Это у меня пойдет на молнию, на перекрытие как бы здесь. Далее я продеваю крючок в кромочную. То есть я провязываю цепочку в кромочные. Захватываю за вот этот вот стежок на молнии. И провязываю цепочку. Следующая кромочная, стежок, провязываю цепочку. Так вот, вот таким образом мы продвигаемся. Видите, край у нас свободный. Это мы подошьем вот этой нитью, которая у нас осталась. Здесь нам придется, тут просто я не могла прошить, и этот край, понятное дело, нам нужно закрепить сильнее, чтобы там такое место гуляющее. То есть для этого мы считали количество кромочных, для этого мы делали эту разметку, и сейчас я вверх прям провязываю. Тут у нас все припосадится, потому что вот это уйдет свобода. Тут важно определить, очень важно длину молнии, чтобы ее равномерно припосадить. А длину молнии я рассказывала, кто уже дошел до этого момента, до молнии, то те уже знают. Я рассказывала в прошлом видео, в каком месте нужно измерять, чтобы понять правильную длину молнии. Это вы перейдите и посмотрите. Ну, я думаю, вы уже смотрели, вы уже определили, раз вы молнию купили. Вот, и таким вот образом я продвигаюсь вверх. То есть я прошиваю это все за каждую петельку и за кромочную. Все. Так, вот я провязала, девчули. Доверху, смотрите. Видите, и закончила как бы последнюю вот эту ниточку, и закончила, еще увела пару стежков туда дальше. Вот, теперь это все у нас будет вот так вот отвернуто, завернуто. Вот, поэтому пока закончила так. И теперь, чтобы у нас все совпало максимально, как бы, чтобы мы попали. Я, конечно, не знаю, в идеале начать тоже снизу. Я не знаю, получится, пока еще не знаю, получится ли у меня. Если снизу, наверное, не получится. Нужно будет, да, мне неудобно будет очень сильно. Значит, нужно сверху. Сверху нужно отсчитать кромочные сверху. Раз, два, три, четыре, семь. 8, 9, 10, 11, 12,
с 13 начинаем, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, вот она 13, из нее я начну. Раз. Так, сейчас посмотрю, вот 13 и раз, два, три, в холостую, раз, два и три. И со следующей я начинаю пришивать. Здесь вот смотрите, здесь, девчонки, очень важно, чтобы совпало вот, вот это вот. Правильно начать, чтобы совпала эта часть. Но мы, если что, тут недалеко распустить, поэтому мы можем эту часть потом подкорректировать. То есть сейчас давайте я прям привяжется это все привяжу, и мы с вами посмотрим. Можно пропустить один стежок, если он лишний. Ну, в общем, смотрите, в этом месте нужно эти места нужно корректировать. Но тут что удобно, если вдруг вы не попали, то просто распускаете цепочку и корректируете. Корректировать можем как? Можем корректировать, девчонки, тем, что один стежочек пропустить. Либо в один стежочек провязать две кромочные. То есть это смотря куда. Либо подвинуть вверх. Ну, вот здесь я буду пропускать стежки, кстати. Я вот уже сделала, здесь пропускала, потому что мне показалось, смотрите, я там два стежка пропустила. Давайте заново. То же самое вы можете делать как бы и в этом. Вот видите, что, знаете, слишком большие волны, пропустите один стежок. Если волны на полотне, то один стежок пропустите. Если волнится молния, то пропусти, из одного стежка вывяжите две кромочные. Вот таким вот образом как бы корректируйте. А вот здесь вот я пару стежков пропущу, потому что мне не нравилось, как ложится. Поэтому здесь я там пропустила и здесь пропущу. Ну что, вот видите, оно само показывает, что вот здесь вот нужно бы пропустить, потому что плохо ложится. Здесь я ничего не пропускала, у меня как-то оно все улеглось. Естественно, вот. То есть здесь получается кромочных больше, чем стежков, а другая плотность, потому что это резинка, а я-то считала по вот этой, наверное, расчет был на ту плотность. Ну, вообще-то я не по плотности, я по общему количеству считала. Вот, так что смотрите, отпишитесь, у кого тоже так, что на воротнике пришлось пропускать стежочки. Это из-за разности вот плотности. Здесь садится все отлично у меня. Вот воротник не очень. Теперь нормально, теперь видно, что нормально. Так, вот видите, смотрите, очень важно то, что я говорила, чтобы совпало здесь у нас все. Нет, не совпало, так что там, где я смотрю, вот я пропустила, поэтому эту, видите, что я делаю? Здесь я вот эту петлю пропустила, мне нужно поднять выше, чтобы совпало. То есть я распустила, и я ее все равно провяжу. Значит, я подниму вверх, и у меня совпадет. Если уходит вниз, вернее вверх, то надо пропустить еще стежок.
Конечно, не быстро это дело. Но ничего. Так, сейчас я дохожу, сейчас проверка. Так, совпали? Да, мы совпали. Поздравляю нас, то есть вот эти вот две. Я же еще и слепая. Нет, девчонки, я не совпала, смотрите, я ухожу ниже. Вот она моя, я... Значит, я еще раз пускаю. Вот хотя бы будете понимать, как это все. Вот я пропустила, значит, ее не нужно было пропускать. Вот главное попасть вот в этом месте. Если, может, вам вообще не придется пропускать. Может, это мое ощущение. В общем, пробуйте, девчонки, корректируйте. Видите, у меня стрит. Надеемся, что с третьей попытки получится. Вот, ура, наконец-то я попала. Все, дальше я могу. Вот, смотрите. Все, дальше я пришиваю вниз, девчонки. Теперь второй ключевой момент, вот это переход от резинки, сюда мы должны попасть. Так, здесь у меня, девчонки, вот прошлась, все совпало немного. Ну, нет, в принципе, все, смотрите, ровная молния. Еще утюжочками здесь подкорректируем. Вот здесь вот, да, я говорила, что должно совпасть. Все у меня тут хорошо. Вот главное вверху вот там вот соединить этот воротник. И все. Дальше оно пойдет. Все. Можно, конечно же, и иглой пришить. Но мне кажется, это такой самый простой способ. Потому что иглой... Да, я думаю, можно. Вот здесь вот тоже одну пропущу. Там, мне кажется, нужно выровнять немного здесь. Сейчас, может быть, я вернусь. Нет. Или да. Все так, как и здесь было. И здесь еще два стежочка и далее иголочкой. Все, самое сложное у нас позади, девчонки. Так, есть. Здесь была иголочка. Вот она.
вот что я делаю. Здесь мне нужно попытаться это все дело хорошо здесь прихватить. Пластиковая зараза не протыкается. Так, девчонки, на этом этапе вот эту часть я оставлю. Я ее не буду пока с ней ничего делать, потому что я нахожусь у дочки. И здесь нужна острая игла с большим ушком, и у дочки ее нет, чтобы проткнуть вот эту пластиковую часть. То есть вы, я думаю, вы с этим справитесь, а я вам покажу эту часть уже тогда с капюшоном, кстати, раз мы заговорили про капюшон. То есть вот эту... Вот эти хвостики я в данный момент доделать не могу, потому что у меня нечем. Вот, я вам покажу это все, ну, как бы чуть-чуть незаконченном виде. Здесь вот. Так, теперь нам нужно вот эту часть отвернуть наизнанку, а эту подшить. Тут уже нужна как бы... Ну, тут эта игла прокатит, потому что просто ту пластиковую часть она не хочет захватывать. Вроде бы маленькая иголочка. Толстая, она не проткнет. Там нужна острая игла с большим ушком, чтобы вот эту ниточку продеть и ее это все скорректировать. Так, здесь что я делаю? Здесь мы делаем вот так вот, просто отгибаем эту молнию. Можно ее здесь прихватить вот таким вот образом. Если нужно довязать, довяжите, вот как у вас получилось. Ну, тут мы шьем прекрасно. Вот так вот ее прихватить. Вот. И отгибаем сюда. Я просто подшиваю. Так, девчонки, теперь что хотела сказать по поводу капюшона. Ждет кто-то именно цельновязанный капюшон. Знаете, что мне как бы пришло в голову? Здесь вот можно прошить насквозь. Оно спрячется, ниточка. Что мне пришло в голову? Мне пришло связать капюшон отдельно, чтобы он пристегивался. Вот такая у меня пришла идея, чтобы пусть вот это вот останется, этот воротник, и сделать на пуговицах здесь пристегивающийся капюшон. Вот как вам такая идея, девчонки? Да снять вам такой кусок я бы себе сделала и вам, соответственно, бы сняла. Потому что почему-то мне не хочется уже распускать эту вещь. Она закончена. И... Но если будет много вас желающих именно на цельновязанный капюшон, я, конечно же, распорю и довяжу вам капюшон, покажу, потому что я обещала. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, ваше мнение. Ну, тут прекрасно пришивается. Ваше мнение по этому поводу вы мне, пожалуйста, выскажите. Я поэтому определюсь. Если что, я же говорю, сделаю отстегивающийся капюшон, что мне кажется удобно. Если делать его, допустим, на пуговицах или на кнопочках, это же можно, я просто подумала, у меня джинсовая утепленная куртка. Было бы прикольно. Этот капюшон можно носить, прям на куртку пристегивать, правильно же? Я считаю, что это прекрасная идея. Так, ну и здесь мы по открытым петлям зашьем, пришьем наш воротник. Хотела я сделать кетлевку, потом я эту идею оставила, потому что не захотела усложнять молнию. Вот. Сейчас я перехожу на лицевую сторону.
здесь нужно, смотрите, чтобы ничего у нас не перекосило, то есть внимательно складываем. И вот так вот по петельке буду пришивать. Каждую петлю я лучше по два раза подшиваю. В общем, я думаю, понятно, да? То есть вот здесь вот я там, где набирала петли с изнанки, просто их подшиваю с лица. Вот так вот это выглядит. Так, смотрим, здесь у меня ниточка, но я ее продену крючком. Вот. Вот так вот это выглядит с изнанки. И теперь, вот видите, закончила я с этой стороны. Теперь точно так же подшиваю эту часть. Прям подшиваю вот так вот. Здесь тоже загибаю, смотрим, вот здесь, чтобы было у нас, сейчас мы подкорректируем, немножечко подшиваю и потом подкорректирую вверх, чтобы у нас тоже все было красиво. Так, она. А тут я пройдусь значит, я пройдусь, девчонки, подошью все-таки вот эту крылья этой молнии. Можно, конечно же, это все закрыть полосочкой, но у меня ее опять же нет. Знаете, какой? Продаются такие прям текстильные такие, как же ее назвать, ленты. Они специально для уплотнения, специально для этих же целей. Так, но здесь, конечно же, лучше было бы взять швейную нить, чтобы она не терялась. Ой, чтобы потерялась. Но опять же, я в походных условиях. Девчонки, а вы возьмите швейную нить в тон молнии, чтобы у вас все было красиво. Я делаю себе, поэтому вот так вот я просто вот это, видите, чтобы не было, я ее подшиваю и все. А здесь вот так. Ну, сейчас еще проудюжу, вам покажу.
Так, девчонки, показываю. Вот пока вот эта часть у меня пока так и остается. Я вам обязательно покажу готовый результат мой, но только отдельным роликом, вот таким вот минутным, я сниму на манекене и на себе. Значит, наша молния. Значит, с изнанки наша молния. Конечно же, возьмите, пожалуйста, нить в тон. Оно не будет, вот у меня видно, да, вы этого не делаете. С этой стороны. Обязательно мне отпишитесь, девчонки, по поводу капюшона, что мы все-таки сделаем, цельновязанный, либо мы его сделаем отстегивающийся. Вот, я полностью положусь на ваше мнение, если что, распущу горловину и перевяжу на капюшон. Мне не трудно, но вот такая идея посетила, ее я озвучила в этом ролике. Так что вы мне посоветуйте, девчонки, что бы мы сделали. Смотрите, вот так вот выглядит эта молния. Она ровненькая, она нигде не фалдит. Понятное дело, что утюжком я ее придавила. Немного мне не нравится, я серой нитью это прошивала. А так как у меня две нити и та, и та, чуть-чуть она выделяется, как бы слегка. Вот. Если у вас однотонная нить, у вас этого не будет. У вас все будет равномерно и красиво. Вот здесь, понятное дело, еще не доделано. Тут доделаю, покажу вам на себе, на манекене обязательно этот кардиганчик. Я в итоге покажу. Я думаю, что наш проект удался, девчонки. Напишите мне еще, много у меня к вам вопросов в этом видео. Напишите мне, вот так вот оно застегивается, тут расстегивается. Все как в оригинале. Напишите, будем мы еще практиковать такой формат видео, или мы на этом и остановимся. Вот как вы думаете, что-то сложненькое бы выбрать такое и потихонечку связать, не спеша. Все, девчонки, на сегодня, я думаю, все. Результат тут у нас, в принципе, все. Результат покажу потом. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Девчонки, показываю вам результат. Обещала вам показать результат кардиган свой. Пока-пока коротеньким видео покажу на манекене, а на себе покажу, когда еще довяжу капюшон. Хочу сказать, капюшон буду вязать отстегивающийся. Все-таки я этот воротник хочу себе оставить. Не жалко распускать. Я сделаю капюшон на застежках. Горловина, писали девчонки, что глубокая, ничего подобного. Сами видите, что все встала на место, и все сидит везде, и рукав сидит, и горловина сидит, вид со спинки тоже прекрасно все сидит, девчонки, я думаю, что все у нас и правда получилось. Девчоночки, и еще огромная большая просьба, пожалуйста, фотографии мне в любую социальную сеть, ссылки под видео на меня в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, кому где удобно, пожалуйста, свои результаты. Вот, все.